Вітаю, з вами Радіо НВ, і я вкотре нагадую вам, що ми і є спротив. І той, хто нас зараз слухає, є також спротив. Навіть якщо ви не є боєць ВСУ, честь і хвала, навіть якщо ви не волонтер, навіть якщо ви не в теробороні. Кожен, хто нас зараз чує, то і є спротив. І ми всі разом стоїмо пліч-опліч. І треба, щоб всі знали, да, що спротив є кожен з нас. Як колись кожен з нас був президентом, да, а зараз кожен з нас є спротивом. І з вами, як завжди, останнім часом Сергій Фурса. І сьогодні... Ми, як завжди, знову ж таки, останнім часом, я Віталій Сич зі мною, а також ми запросили ще третього гостя, Петр Чернишов, колишній голова Київстару, і ми тут будемо соображати на троїх. Сегодня у нас необычный эфир, всем напоминаю, что мы взяли на себя такую миссию с Сергеем после того, как Паша Казарин и Юра Мацавский пошли в тероборону города Киева, мы в эфире каждый день вдвоем с Сергеем Фурсой с 13 до 14, практически без выходных. А сегодня у нас будет еще один гость, мой старый знакомый и приятель Петр Чернишов. Ну что, с чего начнем? В мене є ось таке питання. Чому, власне, ми запросили Петра? Він дуже цікава людина, дуже розумна людина, буде про що поговорити. Але от почати, як завжди, з ворога. Да? Ми просто знаємо, Петро, що у вас є досвід спілкування, роботи в Росії, спілкування, напевно, з російською елітою. І мені цікаво, а як ви оцінюєте, як вони оцінюють все, що відбувається? Хто, хоч є хтось, хто там щасливий, і є якісь сигнали, чи нема сигналів зараз від них? Угу. Ну, во-первых, здравствуйте. Очень рад приветствовать на Радио НВ. Спасибо за приглашение. Я не буду говорить, что я говорю с какой-то российской элитой. Я говорю со своими друзьями, бывшими и нынешними, и с частью своих родственников. Имена, конечно, называть не буду. И то, что я слышу, меня, конечно, потрясает. Во-первых, все, с кем я говорю, так получилось, они на стороне Украины. Поэтому имен точно называть не буду, им там будет очень плохо и тяжело от этого. Но что они говорят? Первое они говорят, если взять всю Россию, то примерно 90% населения поддерживает вот эту войну против Украины. То есть, если у кого-то из слушателей есть иллюзии, что там есть какой-то глубинный русский народ, который... Ну, вот этот глубинный русский народ, он как раз поддерживает войну. Да, или есть какая-то значительная прослойка, как это модно говорить, либеральной интеллигенции, то она есть, но она очень маленькая. В Москве, говорят, поддержка 70%, даже в Москве, которую мы считали просвещенной и грамотной, а во всей России 90%. Вот. Сегодня утром мне написал... Это какие-то данные соцопросов, да, Петь? Это вот они говорят по ощущениям. По их ощущениям и по офисам, где они работают. Они работают все в больших компаниях, и вот они говорят, что... Ну вот мне сказал один из моих друзей, что его начальник говорит, что если бы не напали на Украину, то в настоящее время украинские войска уже бы атаковали и окружали Москву. Ну, то есть степень маразма, степень какого-то... Я даже не понимаю. Не очень высокого о нас мнения и о наших способностях. Да, да. Непонимание, она, конечно, потрясает. И я хочу сказать, что вот мы же не слушали их пропаганду. Я в России уже не был 8 лет. Я пропаганду их знаю только, ну... То, что вот у нас рассказывают. И вот эта пропаганда, к сожалению, следует признать, оказалась крайне эффективной. Потому что подозревать то, что Украина хотела напасть и атаковать Москву, или вот эти безумные вещи, которые сейчас говорят про какие-то ядерное оружие Украины, про какое-то биологическое оружие и другое безумие. Генетично модифицированное биологическое оружие, да, в принципе, да, неможливо. Да. Тут физично неможливо. Для этого надо очень долго обработать людей, чтобы они вот могли в такие вещи верить. И да, так вот один из людей, с которыми я говорю, он написал мне сегодня, что стоит в очереди за джинсами в Uniqlo, это одна из последних сетей, которая тоже объявила, что уходит из Украины, в огромной очереди. Из России, выбачь. Из России уходит. И вот он говорит, напоминает советское время, как стоит в огромной очереди за джинсами и понимает, что скоро таких джинсов не будет. Ну, добре, то, що Путін перевів Росію кудись в кінець 80-х, він завжди погрожував 90-му і перевів відразу на початок цієї історії. Це зрозуміло, але ж це зрозуміє і російська еліта. От вчора, наприклад, заява Потаніна, да, який Норнікель, ну це такий олігарх, самий відсохи, да, один з найперших. Чи він заявив, що, наприклад, якщо буде націоналізація, як в то це повернення в 1917 рік. А це прямо протирічить тому, що каже Путін. Тобто російський олігарх чомусь каже, що те, що каже Путін, це погана ідея. Чи тому, що він завжди вже сидить десь на Мальдівах і не планує повертатися в Росію, чи є якась там опозиція серед еліти, ну, псевдоеліти, не знаю. Ну,
Смотрите, вот эта так называемая русская элита, если олигархов можно к ним причислить, конечно, им сейчас будет очень-очень больно, мы все это понимаем. И западные санкции, и плохая ситуация в их компаниях в России, которые не смогут реально продолжать производство или сервисы, которые они привыкли, и, соответственно, зарабатывать деньги. И некоторые понимают, что они зажаты между молотом и наковальней. С одной стороны, страх перед Путиным, конечно, с другой стороны, экономические последствия лично для них и их семей, и для их бизнесов. И некоторые уже начинают тихонечко, как мне кажется, отползать от Путина. Я думаю, что сейчас он должен их показательно наказать, потому что иначе все больше и больше будут от него отползать. Ну, посмотрим. Ну, тогда речь будет идти не только о Потанине, речь будет идти и о Фридмане, да, и об Аликперове, и об Абрамовиче, и о Дерипаске. Дерипаска один наказать из самых... достаточно одного. Дерипаска один из самых громких противников. Например, да, как-то мощно наказать, чтобы другие все поняли. Я думаю, что мы скоро это увидим, а кого мы, конечно, не знаем. Да, але я просто з іншого боку, вони ж знають, чи їх за це можуть покарати. Вони чудово знають, вони знають, як працює російська машина. Але навіть не зважаючи на це, вони роблять такі заяви. Я говорю, молот і наковальня. Значит, наковальня оказалась, наверное, для них более страшной, потому что угроза потерять все, что ты нажил непосильным трудом, в какой-то момент тебя заставляет выступать даже против таких страшных людей. Чи можемо ми говорити, що таким чином вони подають сигнал, що Акела промахнувся, чи ні? Мы не знаем. Это вот наши спекуляции. Я считаю, мы все очень плохо понимаем, что происходит среди так называемого олигархата. И аналитические статьи, там, New York Times или Daily Telegraph, они тоже это все очень мало понимают, потому что это очень все закрыто. И до сих пор, пока оттуда никто не сбежал и не рассказал открыто, что же там происходит, это все наши догадки. Поэтому это все спекуляции. Ну, ты знаешь, вот Петя упомянул о как бы ощущениях его знакомых и родственников, что они считают, что 90% в их кругу, да, поддерживают... Как вне бы, Москвы. Понятно. Я разговаривал со своими, я уже не разговариваю, но разговаривал 5-6 дней назад со своими родственниками в Москве. Ну, и он сказал тоже, что на его взгляд многие поддерживают, многие, но очень многие не поддерживают. И все поняли, что как бы все видят кадры, до всех полностью доходит информация, все понимают. Единственное, что не все, конечно, правильно это интерпретируют. Да, там, многие считают, что Украина сама виновата, напросилась, но то, что количество людей, которые это не поддерживают и прекрасно понимают, в частности, в Москве, тоже велико. И я хочу вот здесь все-таки цифры опроса какие-то добавить, да, потому что понятно, что проведение каких-либо социологических исследований в России невозможно, и доверять им невозможно. Но вот единственный фрагмент, который вот я видел, опубликовал Алексей Навальный на днях, это опрос 700 людей в Москве, только москвичи. И интересен он был тем, что там была радикальная динамика, да. Вот если в первый день войны 30% россиян считали свою страну агрессором, то уже 3 марта, 4 через неделю уже 60% россиян считали агрессором. Ну, не россиян, скажем, москвичей, да, это не репрезентативная выборка. Плюс це выборка Навального, тому мы можем говорить, что она может быть трошки нерепрезентативна. Но тем не менее, как бы понятно, что вот у меня какие-то родственники, это моя микрокартина, у Пети родственники, его микрокартина, но это какая-то попытка систематизировать. А я вот хочу сказать очень важную вещь. Вот я то, что читаю сейчас, многие и в Украине, и в западных странах призывают, например, закрыть в России YouTube или закрыть в России вообще интернет, отрезать Россию от мирового интернета. Я считаю, что это очень глупые санкции, потому что если это сделать, то единственный источник информации для большинства российского населения будет их телевидение. Федеральный телеканал. Федеральный телеканал, ну или плюс ВКонтакте, который будет там внутри работать. И мы все понимаем, какую пургу там несут. Нам очень важно, я считаю, чтобы российское население все больше и больше получало правдивую информацию. Поэтому отсоединение России от интернета – это вредно. Закрытие YouTube – это вредно, я считаю, для Украины. Добре, а от точно ми знаємо, що одна людина відмежована від інтернету, це Путін. Да? І чому я зараз хочу згадати про це? Ми говорили про еліту, про олігархів, яким це не подобається. Але є олігархи, яким це подобається, найближчі путінські. І от вчора вийшла стаття про інтерв'ю, напевно, Микола Зигаря. Зигар – це такий кремлінолог. Да, Михаїл Зигар, так. Да. Вибачте. І він сказав, що останні кілька років, от коли Путін сидів в бункері, він спілкувався переважно з однією людиною. І це навіть не Кабаєва. Да? Це був Юрій Ковальчук, який страждає на... Он без девочек вообще 2 года. Ну, зрозуміло, після цього люди війну починають, да? Ну, Путін це не людина вже, да, але от краще б з дівчатами сидів, да? Але про що я маю на увазі? Що кажуть, що той Ковальчук якраз от страждає на манію всіляких теорій змов,
І він якраз з Путіним обговорював всі ці ідеї про те, що треба велич Росії розбудувати, і от що Захід нас тільки, ну нас в смислі росіян, стримує, і от ми маємо звільнитися від цього, а так все змова американців і так далі, і так далі, і так далі. Ти коли працював... Короче, це все придумав Черчилль в 18-му году, як раніше говорив. Але от ці дві людини, які там... Зараз Віталік розкаже про Ковальчука, він дуже-дуже багата людина. Ну і він став такою завдяки дружбі з Путіним. Але ці дві хворі людини сиділи, спілкувалися, спілкувалися і не спілкувалися. Ти що чув про Ковальчука, коли ти був у Росії, як про вплив його... Ти ж, кстати, работал в Питере, правильно, в Карлсберге? Я работал и в Питере, и в Москве работал, но это было уже очень-очень давно. Вот. Ковальчук это Ковальчук, Питерис, это всегда был Путин. Очень тайный олигарх. Про него почти ничего не было известно. Это вот не Дерипаска, который прямо очень публичный олигарх. Или там Фридман, например. Поэтому я вот ничего добавить про Ковальчука... Ну, я знаю, что он есть, но что-то такое новое... Давай я добавлю. Во-первых, Миша Зыгарь – это бывший главред «Дождя», автор книги «Вся кремлевская рать». Кстати, очень интересная книга. А Ковальчук – это представитель так называемого кооператива «Озеро старых друзей» Путина из Петербурга, это Ротенберг, Тимченко, Ковальчук. То есть есть люди, которые заработали в России деньги, миллиардеры, да, понятно, что благодаря близости к власти, привилегиям и прочее, Абрамович, Потанин, Мордашов, мы знаем все эти фамилии. А есть люди, которые вообще ничего не создавали, да, просто сели на потоке благодаря близости к Путину. Вот один из таких людей, это Юрий Ковальчук. Юрий Ковальчук, глава Банка России, его состояние оценивают в 3,3 миллиарда долларов. Интересный как бы нюанс. Например, счет, банковский счет, на который поступает зарплата Путина, президентская, находится в Банке России. Ну, если вообще она важна, это зарплата. Да, там многие оценивают состояние Путина в 150 миллиардов долларов. Такая звучит сумма. Так вот, не Ковальчук, он же не сам Ковальчук, у него родственники есть, понимаешь, Сергей? Сын Борис, председатель Интеррао. Вот. А потом слушайте дальше. Племянник Ковальчука Кирилл, глава национальной медиагруппы. А национальная медиагруппа, на секундочку, это Первый телеканал, Пятый телеканал, РЕН-ТВ, Известия и прочее, прочее. То есть это огромный рычаг. Да, это даже не деньги, хотя деньги там огромные, на самом деле, рекламные, да, бюджеты. Это просто огромное информационное влияние на всю Россию. И это просто вот Путин, его ближний там друг какой-то, и это его племянник. То есть понимаем, как устроена вообще Россия. Ну и вот питание, что с этим делать? И жена, смотри, я тебе уже закончу. И жена Ковальчука вошла в рейтинг самых богатых женщин Российской Федерации. Ее состояние оценивают в 600 миллионов долларов. Вот так вот. И мы все там сподеваемся, або санкции мы бачимо, що спрямовані на те, щоб викликати незадоволення російських еліт, щоб спровокувати або страх Путіна перед дворцовим переворотом, або сам цей дворцовий переворот. А ми бачимо, що він також Зигар казав, Сечин, да, це Роснафта, це дуже близька людина до Путіна, що навіть він проходив цей карантин, да, двотижневий. І тільки з Ковальчуком, цим схибленим на теорії змов, вони разом там сидять. Да, там езотерика какая-то. Да, і виходить, що купка схиблених людей, цей Ковальчук, який любить теорії змов. Які обмінюються conspiracy theories. Да, це як ці бульбашки на Ютубі, да, знаєте, люди, які говорять, думають, що Земля плоска, знаходять таких самих і сидять на Ютубі, там тисячі людей, спілкуються один з одним. Вони пишуть. Друг друга резонують, усилюють. Да. І потім, якщо у кого-то було сумнення, що Земля може не зовсім плоска, то коли ти поговорив з тим другим, то ти уверен, что она плоская, как лист бумаги. Но и ты построил свою теорию заговора, где Америка — это мировой злодей, сосредоточенный только на том, чтобы сделать что-то плохое России. При том, что мы же должны помнить такие интересные факты, про которые России не рассказывают, что российская экономика по размеру равна экономике Испании. И влияние России на мир, оно, ну понятно, нефть и газ, очевидное влияние. По-моему, на меньшей экономике Техаса. Она, по-моему, равна экономике Техаса. Ну, зараз же меньше. Да, ну зараз-то точно, да, зараз точно меньше, но до войны была равна экономике Техаса или Испании. И влияние — это нефть и газ, ну и плюс ядерное оружие. Вот. Раньше считалось, что у России мощная суперармия, третья по размеру в мире, после Америки и Китая. А теперь вроде как и где эта армия? Так, але от все рівно, в нас є
Ковальчук, є Путін, є Шойгу, які резонували там один одного, ходили до шаманів і нашаманили нам оце все. А ти ще серйозно кажеш, ходили? Да, це абсолютно серйозно. Ну, це більш тема Вані Яковіни, він там полюбляє за це, про це розповідати. Але ж вони чогось там в тайгу ходили. Єдине, що я точно читав во многих авторитетних западних СМІ, що какой-то вывих произошел с Путиным за 2 года, пока весь мир болел короной. Он сидел в бункере, минимизировал свои контакты с внешним миром, сидел там чуть ли не в архивах, ну чуть ли, это то, что я читал в американских медиа, в архивах КГБ, читал КГБшную версию, интерпретацию истории, поэтому он вылез вот из бункера после короны с вот этими эмоциональными эстападами в адрес там несуществующего государства Украины, исторической ревизией и прочим-прочим. То есть что-то с ним произошло, явно за эти 2 года, пока по миру шел COVID-19. Ну так, і він, до речі, зараз повністю, от ті естопади, які були, коли він оголошував війну в Україні, було б, нам оголошував війну, було видно, як він того чекав, як він щасливий, що це почалося. От він був просто, він, це випирало від нього щастя, що зараз я їм покажу. Причем, как бы там такая избирательная ревизия истории, он ничего не говорит о Кёнигсберге, которая была частью Пруссии, ничего не говорит о Северной России, которая была частью Финляндии, ничего не говорит о местах, которые были Японией, да, там, о Кубани. Ну, просто избирательная ревизия. Да, але воно є, і воно було. Зараз він виглядає зовсім по-іншому. Він, наприклад, там вчора було якесь спілкування з бізнесом, де він знову виправдовувався. Оце було відео з... Стюардесса. А ну розкажи, я видел стюардесса, это фейковые постановочки. Да, а вчера знов с бизнесом, и там улюблена теза використовується, санкції ввели за будь-яку ціну, будь-якому перебігу подій. Це лише привід, Україна і так далі, так би нам санкції все рівно вводили. А вони все ще продовжують говорити, що санкції полезні для Росії. Раніше ж вони так говорили. Ну зараз вони кажуть, що це да, зробить Росію сильнішим, але при цьому скиглять, що це економічна війна, і кажуть, що ну мільйони безробітних, але якось впораємося. Тобто в них зараз. Ну, слухай, вони за один день дають 2 інформації протилежно про те, як вони бомблять роддом в Маріуполі. Спочатку вони кажуть, що не бомблять, а потім вони кажуть, що бомблять, але там просто був Азов. А потім виходять і кажуть, що не бомблять. Да, тому в них зараз якесь оце розбалансування версій, воно постійно вернає. Ну, смотри, розказувати сказки про те, що санкції ввели би в будь-якому випадку, він може Ковальчуку тільки, друг другу може розказувати. Да? А бізнесу, вони ж вміють користуватися інтернетом, вони ж прекрасно все читають, у них свої служби аналітичні, сам може зайти, клікнути на сайт, навіть по-англійськи прочесть там Guardian, не знаю, New York Times, либо посмотреть, що взагалі реально відбувається, це ж не ідіоти, всі прекрасно осведомлені. Да, але я думаю, що може бути проблема в тому, що... А що там за бізнес був? Там був крупний бізнес? Ну, якийсь бізнес, я, до речі, не знаю, який він постійно зараз зустрічається, і там обличчя було трошки інше, не та торжествуюча рожа, ага. Да, яка в нього була, як коли він оголошував нам війну. Він вже так прибитий трошки, і це не може не радувати, це може говорити про те, що йому якось все ж таки доносять. Вони, звісно, виходять, знов там Шойгу вийшов, сказав, все йде по плану. Да? В них якийсь план такий незрозумілий, все йде по цьому плану. Вони, звісно, це торгують людям і продовжують розповідати людям. Кстати, я хочу ще одну річ сказати. От я вспомнив те, що мені розказували в одному з останніх розмовах з росіянами, которыми я знаком. Вони говорять, да, ми бачимо черги в банкомати, бачимо черги там за всякими джинсами, видим уже очереди за едой, очереди, чтобы снять наличку. Но мы не видим и нам ничего не рассказывают про очереди в военкоматы. Что-то никто не собирается воевать против нацистской, как они говорят, Украины или против американцев. Все куда-то прячутся и пытаются сбежать либо в села, чтобы их не забрали, либо за границу. Либо купить последнюю пару джинс. Да, и тут радует, ну, радует, не радует. Они там зараз изменяют способ, как можно повестку дать в военкомат. Напевно, в очереди за джинсами можна дати? Вже скоро можна буде в черзі. І це має бути налякати, до речі, всіх цих глибинний нарід, да? Бо ж в армію не йде там москвичі і пітерці. Ні, туди йде глибинний нарід, який йде, який підтримує Путіна, йде туди вмирати. Ну от то, що ми видимо вже географічну розбивку пленних. И сообщения о погибших, ну, сначала говорили 3 человека, потом 500 человек за одну ночь, сейчас не знаю, сколько признают, в каком объеме свои потери. Мы видим много Бурятия, это Улан-Удэ, это на монгольской границе, мы вот с Сережей выясняли, где эта Бурятия находится, ну, в Китае, возле Монголии. А мы видим Северный Кавказ. У нас такая монгольская навала. Знову. Да. Ну вот опять, видишь, не прошло и тысячи лет. И снова они прут на Киев. Бурятия. Северный Кавказ много, Псков много, я думаю, это связано с десантной дивизией, расквартировкой. Ну, то есть в основном регионы, да.
Ну да, і ці регіони от і підтримують, але вони якраз і будуть вмирати насправді. Бо знову ж таки, Москва і Пітер не підуть в армію. Ми це розуміємо. Вони якось правдами чи неправдами залишать. І тому і тим більше не пойдуть діти Валентини Матвієнка, як я розумію, Ковальчука, син, от котрий, і його племянник, який управляє медіа імперії. А от до речі, цей син і племянник. Ось мені цікаво просто, чи вони такі самі хворі, як Ковальчук, цією теорією змов, бо в його, ну тобто. Просто в його теорії змов, те, що в нього в голові, те, що санкції ввели за будь-яку ситуацію, це ж правда. Да? Вони можуть навіть в це вірити. Якщо ж є якась змова світова проти Росії, хоч вони зараз віддають всю Росію Китаю отак просто, да? То в рамках цієї змови дійсно могли б вводити санкції, а це лише привід і так далі. І отут питання в тому, наскільки от для нас зараз важливо. Я думаю, щоб все ж таки щось раціо вони знайшли і пішли на перемовини, і щоб пішли з України, принаймні намагаючись зберегти обличчя. А якщо вони такі схиблені, вони можуть навіть на це не піти. І от це мене хвилює. Мені зараз от трошки хочеться, щоб Путін не був повністю схиблений. По-перше, тому що тоді в Гаагу його можна відправляти. А по-друге, тому що це дає нам можливість... Ну, какое-то пространство для, да, компромісу. Вот. А я хочу, от ми говоримо много сьогодні об обычных росіянах простих, задати вам вопрос, не знаю, мені інтересно ваше мнение. Вот, а наскільки ви вважаєте обычных росіян виноватими в агресії в Україні? Они виноваты, либо это бедные люди, которых надурили? Вот. У меня есть результаты опроса по Украине, это InfoSapiens, грубо говоря, подразделение бывшее ГФК, настоящая социологическая служба, они провели опрос буквально 3 дня назад, 66% украинцев считают простых россиян виноватыми в агрессии, но и 30% считают невиноватыми. Тут есть несколько точек зрения. Если мы вспомним разгром нацистской Германии, то ведь после разгрома и потом Нюрнбергского трибунала было принято решение, что если немец не служил там в каких-то войсках СС, в гестапо, в концлагерях и так далее, их всех остальных освободили от ответственности. Мы вот это должны помнить. И мы помним, что они массово голосовали на выборах первых, которые вот были в 1933 году за Гитлера, и массово его поддерживали, очень НСДП. Сильно поддерживали, да, партию Гитлера. И их освободили от ответственности. То есть был такой исторический прецедент, по которому можно судить. И с одной стороны, да, можно говорить, что россияне, вот им все, не всем, но большинству все это нравится, то, что происходит война. И, конечно, они сильно виноваты. И можно считать, что если ты не идешь сейчас на какой-то протест в России, или хотя бы не сбегаешь из России, то ты виноват, и ты тоже должен за это отвечать. Есть такая точка зрения? Ну, моя точка зрения, что... Иными словами, если я тебя правильно понял, Петя, проводя параллель с нацистской Германией и постнацистской Германией, люди, которых задурила пропаганда в свое время, в принципе, были освобождены от ответственности, кроме тех, кто служил, кто руками напрямую в СС, участвовал в лагерях, вот, или в вермахте. Да, да. Нет, вермахт тоже освободили. Они, если ты служил приказы просто в армии, то тебя освободили. Не освободили. Преступные организации признали гестапо, СС и сотрудников концлагерей. Дивіться, але тут для мене трошки, я інше хочу знайти порівняння. Комплекс вини, який був у Німеччині після війни і досі залишається, це не повністю звільнення від покарання. Насправді ж всі були покарані. Просто більшість німців були покарані війною, яка знищила їх державу, бідністю, загибеллю, і вони платили за це. Просто я думаю, що логіка була в тому, що вони вже занадто багато заплатили, і тому їх можна звільнити і не вішати. Да? Розуміло, не можна вішати всю країну. Але вони заплатили, і так той комплекс вини, який був, в тому числі репарації, да, які потім були, це ж також прояв тотальної колективної відповідальності. Тому для мене зараз кожен росіянин винен. Питання в тому, чи хочу я, щоб кожного росіянина повісили. Іноді хочу, іноді, але... З репараціями теж не все дуже просто, тому що ми пам'ятаємо, що найбільші репарації були після Першої світової війни, коли Германію, фактично побідівши союзники, в першу чергу Британія і Франція, обложили совершенно непомірними поборами, фактично розграбили Германію. Що в итоге і привело, да, до Гітлера. І зробило возможним Гітлеру розказувати, що Германію унизили, обидели і прийти к власті именно на этой темі. Тобто теж треба бути дуже-дуже осторожними. Історія ж должна нас теж учити. Ну, тоді ми можемо зараз говорити, що от унізили так само Росію після розвалу Радянського Союзу, і тому з'явився Путін.
Тому, але для мене це колективна відповідальність. І... А я вважаю, що, от якщо інтересно моє мнение, що да, росіян надурили, но проблема в тому, що вони хочуть, щоб їх надурили. Проблема росіян в тому, що для них шовінізм і імперіалізм – це часть патріотизму. Вот. І вони хочуть бути задурені, вони хочуть слышати то, що ніякої України не существує, що Росія повинна бути великою. Їм не обов'язково качество життя большое. Вони хочуть це слышати. Тому, коли їм, казалось би, є ж інтернет, є альтернативні источники інформації, можна ж все посмотреть, що за бред, які летучі миші, бойові, да, бойові наркотики, но ти должен хотіти узнати альтернативное мнение. А если ты не хочешь, если тебе комфортно вот с такой версией, то, соответственно, ты ее принимаешь. Поэтому я думаю, что да, надурили россиян, но не хотели, чтобы их надурили. Это часть их мировоззрения. Она уже сложилась за последние там 10-20 лет. Так, и тому они мають відповідати, як на мене, платити. Просто не всі будуть платити своїм життям. Я це розумію. Да, якщо Путіна, Лаврова і тих, наприклад, пропагандистів, їх реально треба. Ну, в нас зараз нема смертної кари, але треба вішати, да, то інші просто будуть платити економічно. Я вообще думаю, я видел корреляцию между, грубо говоря, степенью истерики на российском телевидении против какой-то страны и общественным мнением. Там просто прямая зависимость. Вот не знаю, вы помните, против, против Грузии и Эстонии, да? Вот, вот против Грузии и Эстонии были кампании. Там против шпротов, всего остального, вина. Вы все помните эту историю. Только против украинцев ненависть идет там 8 лет, а там было по несколько месяцев. Так вот, Левада-центр, который Гудков возглавляет, они проводили опросы. И там видно было, как только выключают телевизор, по Грузии, например, да, либо по Эстонии, через 3 месяцев вдвое меньше людей против Грузии и против Эстонии. Просто прямая корреляция. Здесь же 8 лет ковровые бомбардировки, Соловьев, Шмоловьев, очень истеричные, эмоциональные, вперемешку там частично правда, частично вранье, плюс еще выдумки. Конечно, находясь в такой информационной обстановке, да, там, грубо говоря, 70% россиян, 80% россиян сошли с ума. Та, слушай, та самая была с нацистской Німеччиной. Та самая история. Там также была пропаганда. Просто инструмент були інші, але те, та сама історія. Причому навіть тези, які просувають, вони одні і ті самі. От просто один в один. Ну от видиш, ну як от, я думаю, що якщо виключити цей брейнвош, просто виключити, ну, можливо, через год вже буде більш-менш в головах. Дуже складно сказати, тому що ми пам'ятаємо, що в нацистській Германії говорили, що всі біди від євреїв. От євреї, вони угнітають правильных немцев, и от них все зло. Сейчас в России говорят, что все беды от Америки. Вот Америка, да, делает все очень плохо России, все зло, а Украина — это просто такой вассал Америки. Проводник. Вассал, вассал Америки, где Америка всем командует. Но мы помним ситуацию перед войной в Украине. Ну точно Америка тут ничем не командовала. Да, Штаты не могли призначить, змусити призначить антикоррупционного прокурора. Да, да, да. Вот, поэтому пропаганда, она, к сожалению, делает свое очень нехорошее черное дело, и ну, нацистская Германия и сейчас путинская Россия — это яркие примеры, но есть же много и других диктаторских государств, про которые даже не все знают, ну, например, Иран какой-нибудь, некоторые арабские страны, где пропаганда тоже абсолютно безумна, и всегда виноват кто-то внешний. У Ирана, кстати, тоже виновата Америка во всем. Сатана. Ну да, это главный сатана виноват. Можно другие страны смотреть, там каких-то красных кхмеров. Я не помню, кто у них был виноват, но там тоже была страшная машина пропаганды. Или маоистский Китай. Ну, масса историй в мире была. А вы знаете, я недавно такую мысль интересную прочел, в чем разница между развитыми странами и развивающимися, либо недоразвитыми, скажем так. Что развитые страны ищут проблемы у себя, а вот недоразвитые ищут проблемы у развитых стран. Це, як на мене, виглядає як інфантилізм просто, на прикладі однієї людини. Бо країна, що розвивається, вона інфантильна. Да? А що робить інфантильний підліток? Він завжди шукає проблему десь інше. Батьки винні, там, і так далі, і так далі. А доросла людина, вона намагається сама справлятися. Це просто от стан суспільства, він відповідає власне стану економіки. Це просто перекладування відповідальності. Ти не вважаєш себе винуватим, відповідальним. Ти вважаєш, що виноват хтось інший. Хтось інший тобі должен. Вот це проста історія. І ще, звісно, треба сказати, що, к сожалению, пропаганда зробила так, що дуже багато росіяни вважають, що пусть мне будет очень плохо, но главное, чтобы им было тоже плохо. И тогда все хорошо, тогда мы великая страна. Это, конечно, настолько извращение, и вот результат пропаганды. Не дай Бог, кому-то будет лучше. Да, да. Да, добре. Ми, до речі, згадали про інші країни, які диктаторські режими. Зараз можна ще поговорити про Лукашенка, бо він сьогодні полетів до Москви. І, напевно, Путін буде його змушувати відкрити другий фронт, умовно кажучи. Бо в Путіна немає резервів, вони там десь сирійців шукають, але я не уявляю сирійців. Соответственно, на Волині ти маєш в виду. Да, да, да. І от
Насправді це дуже важливо для нас, щоб він не відкрив. Ми не знаємо, да, Лукашенка може все ще завгодно. Але я думаю, це буде таким індикатором. Бо Лукашенка є таке животне, да, вибачте, таке тварина. Да, там нічого позитивного вже в людині немає, але він намагається вижити. В чулках уже тепер. Він намагається вижити за будь-яку ціну. І зараз ми подивимось, якщо він не послухається Путіна, то це, до речі, буде сигналом, що у Путіна щось виходить з-під контролю. А як ви вважаєте, він взагалі... имеет возможность возражать Путину? Я думаю, він може... Тут важко, бо зараз він повністю залежить, але, знову ж таки, в нього зараз ситуація, коли він також може... Путін може затягти його з собою, да, в цю могилу. А теоретично він ще може вискочити і пропетляти, да, навіть незважаючи... Я думаю, що в отличие від Путіна, він вже розуміє, що відбувається. Він ніяких вот этих вот бойових мишей, вся эта чушь. Он прекрасно снимает информацию с моргов и госпиталей в Беларуси, в Мозере, куда прибывают раненые, убитые. Он прекрасно понимает, что это не прогулка. Да, и плюс он знает, что его військові того не бажають. Вот військові Беларуси, вони ніколи не воювали, какие санкции, нафиг не он видит, какие санкции. Санкции разрушительные. Беларусь получила лишь часть, не знаю, там 20% этих санкций. Если они включатся полностью в войну, они получат тотальные такие же санкции, после которых просто... Но мы же не знаем, существует ли персональная угроза жизни Лукашенко. Потому что вполне возможно, что есть и такая ситуация, что если он откажется, то он там случайно упадет с лестницы или выпьет не того чаю, как это популярно в России. И тогда ему уже не важно, что он там как животное что-то там чует. Придется, к сожалению... Может быть и такое. Я сегодня слышал результаты опроса, непонятно кто его проводил и как, среди белорусских военнослужащих, которые в том числе стоят на границе. И там подавляющее большинство не хотят участвовать в этой истории. У многих контракты до мая, многие хотят написать рапорт о, как бы, о том, чтобы не продлевать контракты даже до мая, раньше, в марте. Поэтому я думаю, что желания там немного. Насколько мы понимаем, там 20 тысяч где-то боеспособных частей стоит, в принципе, в большом уже театре действий это как бы уже плюс-минус, но все равно это 20 тысяч свежих людей, которые могут зайти с другой части фронта еще. Ну да, да, у нас же зараз ситуация такая, что есть тыл величезный украинский, де є постачання зброї і так далі, де люди, біженці приїздять. І це дуже важливо. І Путін, напевно, розуміє, що це дуже важливо. Тому він буде намагатися змушувати Лукашенка прийняти це рішення. І тому, ну, от, для мене це буде дуже показово. Без огляду на те, як це буде вплине на картину військових дій, ми, знову ж таки, не військові експерти тут. Але для мене буде показово, чи зможе опиратися Лукашенка. І якщо він буде опиратися, це буде означати, що у Путіна не все під контролем вже. Да. Я думаю, что он уже сопротивляется. Тот факт, мы видели, что Узбекистан заявил, что они не будут участвовать в конфликте, хотя их, судя по всему, просили Киргизстан, там, Таджикистан, еще куда-то. То, что по тюрьмам, по уголовникам собирают, какую-то мобилизацию делают в Ростовской области. Вот. Я думаю, что резервов особо нет, а к Лукашенко просьба, мягко говоря, уже была. Я думаю, тот факт, что они стоят на позициях, они же поехали на запад, в сторону Бреста, вот то, что мы слышим, видим, но не заходят. Я думаю, он уже сопротивляется. Пока. Посмотрим, каковы будут результаты этой встречи в Москве. Подивимось, да. Ну, насправді, це так ми говоримо так легко про такі речі, але це ж визначає там життя тисяч людей, в тому числі життя тисяч білорусів. І тому не думайте, що ми так легко обговорюємо певні речі, деякі паузи пов'язані з тим, що тут от реально важко знайти слова. Для того, щоб якось спокійно обговорювати такі теми. Ну, я бачив вчора фотографію білоруського отряду, ну, і не інтернаціональним, що там одні білоруси, але це білоруси, які воюють на стороні України. Я прочитав інтерв'ю з одним з їх командиром, а це в основному люди, які живуть в Європі, які вимушені були біжати від режиму Лукашенка. Часть із них живе в Україні, часть із них має бойовий опит на Донбасі, в частності, і бувші воєнні. От ця група уже зашла з білоруськими флагами. Количество, численность неизвестно. Ну, точно, точно не 20 тисяч. Да. Точно не 20 тисяч, точно не 20 тисяч. Но такі люди теж є. Добре, давайте тоді пошукаємо ще позитиву, поки що, то ми так перейшли на тему, ми маємо інші емоції викликати, а зараз люди думають, чорт, що вони розповідають, що зараз ще Лукашенко нападе і буде... Слушай, а можна я кое-что спрошу Петра, пользуясь його експертизою і прошлым опытом? Петр був гендиректором или президентом компании «Київстар», один из крупнейших, если не крупнейший, оператор мобильной связи. Вот, я тебя, Петя, хочу спросить, вот, когда началась война, одно из главных опасений было...
что у русских сильные средства радиоэлектронной борьбы, подавления и прочего, что они положат интернет, чтобы мы не могли информировать друг друга, чтобы мы не могли координировать свои действия, и тогда интернет не положили. Как ты думаешь, почему не положили, и насколько реальной остается перспектива того, что Россия, а вот русские могут в Украине положить интернет? Ну, интернет, он же как раз и был создан военными лабораториями, именно для того, чтобы выстоять во время даже самой страшной войны. Он так и задумывался, вся его инфраструктура. И интернет, любая компания, интернет-провайдер, мобильные провайдеры имеют мощное дублирование. То есть вот нету одной такой точки, которую можно, ну, условно говоря, сломать. И весь накрыть просто огнем и положить интернет. Да? Да, вот так вот, чтобы куда-то там условно выстрелить каким-то Искандером условным и положить весь интернет. Такого нету в Украине и нет ни в одной стране мира. И я не буду подсказывать, куда надо стрелять много раз, разумеется. Вот. Но это довольно-довольно сложно. И, то есть резервные каналы? Есть и резервные каналы. И резервные data warehouse, много-много всего есть резервных линий, и потом, ну даже и мобильных провайдеров, в конце концов в Украине он не один мобильный провайдер, и фиксированных провайдеров тоже довольно много. Ну то есть это совсем непросто положить интернет, и потом мне кажется, что России в общем и не хочется класть интернет, им наоборот хочется по существующему украинскому интернету все потоки своего дерьма, вот этой пропаганды распространять. Ну, на самом деле, как працюю зараз про российские телеграм-каналы, я деякі моніторю для того, щоб розуміти. Вони зараз розганяють саме паніку. Да? Вони начебто перефарбувалися проукраїнські, але їх інформаційний посил, що все погано. Все погано. Да, нас там зараз там розбавляють. Ну, одновременно я вам скажу, наш сайт, наприклад, от є наше радіо, FM, которое вещает в 44 городах. Мы по понятным причинам сейчас не вещаем в двух городах, Херсон и Мелитополь. Там они сняли наши передатчики, бог с ним, потом повесим обратно. Но наше радио вещает в Ютубе, в интернете, а главное наш сайт. Сайт читают вот за неделю последнюю 10 миллионов человек, это очень много. Это только в Украине, да, это уникальные хосты. И россияне нас постоянно дедосят. Уже 4 атаки на нас, да. Один раз мы лежали 5 часов, они делали 200 тысяч запросов в секунду. Наши программисты справились, с трудом, но справились. Потом были полегче задачи. Мы там закрылись вот этим Cloudflare, кто знает, и там разные. Но очень стараются нас положить, очень их раздражаем. Значит, наши программисты попали в их телеграм-группу, этих российских хакеров, где они обсуждают следующую цель. И они пишут, вот портал НВ, большой новостной портал, гонит чистую дезу. Следующая цель. И поехали. Что-то вот мы им сдались. Вот, поэтому, с одной стороны, они, конечно, качают пропаганду, с другой стороны, они все время хотят нас положить, потому что, например, наш сайт и «Украинская правда» сейчас два самых больших сайта, мы полностью освещаем объективно все события, показываем все русские потери, разговариваем с нашими военными аналитиками, поддерживаем людей и тому подобное и прочее. Поэтому им эта штука явно неудобна, но и положить у них пока не получается. Я, до речі, просто зараз побачив нову інформацію в контексті Лукашенка, хочу повернутися. Судячи з усього, вже закінчилася та зустріч. Так. І Лукашенка зараз також грає в цю фейкову історію. Але це, от мені видається, що він грає це, але не має рішення проведення військ. Що, а ну скажи. Що заявив Лукашенка? Україна атакувала би Білорусь, якщо б не превентивний удар зі сторони Росії. Ну, тобто це знов продовження. То же самое Гонєва, извиняюсь, которое со стороны России звучит. Да. Він це повторює. Ну, зрозуміло, що він це має повторювати. Да, зрозуміло. Нас хвилює, чи прийме він рішення про напад. Да. А це виглядає, що превентивного удару з боку Росії достатньо. Да. І він не буде входити. Тому тут, здається, він, до речі, чи ну, ти читаєш отак. Єдине, що ну, мені, Боже, люди, які слідять за Лукашенка, він врав завжди, вірити йому не можна ні одному слову. Все, что он говорит, поэтому понятно, что нужно быть начеку. Понятно, что бы он ни говорил, он же нам говорил месяц, убеждал нас, что ничего не будет, что это невозможно. Война с украинским народом. И лишь в конце он уже включил такую антиукраинскую риторику, когда, по всей видимости, было принято решение, что будет нападение, да, с его стороны. Что, звісно, важко уявити, как Украина нападает на Беларусь, ну просто неможливо. Да? А главное, зачем? Да, навіщо нам нападать на Беларусь? Ну, можешь же построить большую, стройную конспиративную теорию, зачем напасть на Беларусь. И Лукашенко, он же достаточно сумасшедший, чтобы построить такую теорию. Другое дело, верят ли в нее белорусы? Ну, мы этого не знаем. Верят ли в нее белорусская армия? Больше того, верить, чи верить, це сам Лукашенко. Я думаю, что він навіть це не верить.
Ну, ми зараз навіть картоплю туди поставляємо. Навіщо нам нападати на Білорусь? Вони і так нашу картоплю їдять. Що ми там знайдемо? І це всім зрозуміло. Ні, я кажу в тому, що заяви якоїсь про те, що Білорусь також долучається до цієї операції, немає. І я це розглядаю. Ти знаєш, Сереж, я тебе розчарую в тому сенсі, що якщо вони приєднаться, ми узнаємо по факту вже. Не буде він оголошувати. Сьогодні в полночь там ми плануємо напасть на Волинську область, не буде цього робити. Якщо нападе, так нападе. Вот. А зарані говорити ніколи не буде. Ну, я сподіваюся, що ума у нього хватить, і я більше навіть сподіваюся на те, що білоруські офіцери і білоруські воєнні просто не хочуть, просто не будуть виконувати цей приказ, або будуть його саботувати. Я також на це сподіваюся, тому що це не їх війна, їм воно не потрібно. А те, про що там говорили Путін і Лукашенко, дозволяє нам перейти до іншої великої теми. Давай. Якому... Що... У мене є ще кілька великих тем і питань к нашому сьогоднішньому гостю, але давай перейдемо до твоєї. Да. Це, до речі, буде дуже небезпечна тема, тому що нас можуть звинувачувати там в колаборації чи про що, що ми... Переговори і условия? Да, перемови. Ну, слушай, у нас свободне слово, ми можемо все обсуждати. Понятно, що у нас війна, понятно, що ми всі патріоти, понятно, що ми хочемо, щоб це все максимально швидко закінчилось на максимально вигідних для нас условиях, але обсуждати ми можемо різні речі. Да, так от, Путін сообщил Лукашенко, що є определенні позитивні здвиги в переговорному процесі з Україною. Що це може означати? Давайте думати. Да, тому, що поки ми... навіть гуманітарні коридори нам не дають. Да, але ми чули останні кілька днів про те, про міфічний план Беннета. Да? Хто такий Беннет? Це прем'єр-міністр Ізраїлю, який зараз ганяє між віртуальним Києвом і фізичною Москвою туди-сюди, туди-сюди назад і намагається склеїти якісь домовленості між Україною і Росією. Чоловік, який не є токсичним для обох сторон. Так, да, Ізраїль не вводив санкції щодо Росії. Тому Путін не вважає його там ворогом і так далі, і може з ним розмовляти. І от зараз начебто там щось куховариться, да? Щось там робиться. І от навіть зараз ми чуємо... Ну, розкажи нам, в чому заключається план Беннета? Я прочув його інтерпретацію в колонці Сергія Піантковського, російського політолога. Розкажи основні положення. Дивіться, є план Беннета, а є ультиматум від Росії, який Росія нам який вчора Дзеркало тижня опублікувала. Давай спочатку про ультиматум. До речі, цей ультиматум, це вже шалений крок вперед в порівнянні з тим планом. Подожди, а откуда эта інформація про ультиматум от Росії? Дзеркало тижня сказало, що дипломатичні джерела, не знаю. Ну, так, Дзеркало хорошо. Тижня, в принципі, це видання, якому так чи... Хорошо, розкажи про этот ультиматум. Да, головне, що я хочу сказати, в порівнянні з тим планом, який був у Путіна, про розчленування України, знищення, там, встановлення сюди... Откат разів 4 назад. Просто в 10 разів навіть. Да? І це вже також каже про деяке усвідомлення реалій з того боку. Так от, що вони бажають? І знову ж таки, це ультиматум, який не, нам тут не подобається, ми вважаємо його недоречним і взагалі неприпустимим. Але ми от зараз озвучимо, що каже Дзеркало тижня, про що хоче Путін. Перше, це нейтральний статус України. Так, це ми вже слышали багато разів. Да, друге, можемо обсуждати. Визнання ЛНР, ДНР в межах областей. Областей все-таки. Тобто от вони дуже бажають Маріуполь. Третє – це визнання Криму. Оці три речі є найважливішими, а далі йде повна маячня, яка так чи інакше включається в цей... Ну, смотри, извини, я от второй пункт прокоментирую. В границях областей – это не только Маріуполь, это втрое больше, чем они фактически, где вот этот ЛДНР, так называемый, находится. Да? Это же и Краматорск, это и многие другие города. Да, але ми бачимо, города. Що зараз всі їх сили спрямовані саме на Маріуполь. Ну, це зрозуміло, це дуже важливий промисловий центр, який вони бажають знищити. І порт. Да, і порт – це дуже важливо. Так от, оці три речі, ми їх запам'ятаємо, тому що це дуже важливо в плані Беннета виглядає. А є ще три речі, які... Тому що от ці три пункти, вони везде перекликаються, да, практично. Да. А є ще три частини цього ультиматуму, яке виглядає, от, може пояснює, навіщо там на перемовинах був Мединський, бо він, ну, якийсь також прибацаний. Перше, це російська мова як друга державна. Причому це зараз дуже безглуздо звучить, тому що це могло б бути, якщо був якийсь посил з України, і Путін уособлював собою когось, хто хоче цього з України. Його в Україні зараз навіть всі. Навіть суперросійськомовні люди. Бо більше він, найбільше російськомовні міста руйнують. А зачем, як ти думаєш? Це просто обіда, просто принцип? Или є якийсь практичний смисл в тому, щоб русський був вторим государством? Я думаю, що можливо це вавка в голові. От реально, ну, вавка в голові. Похоже на то. Ну і плюс, дивіться, російська мова завжди була засобом пропаганди і так далі, це інформаційний простір. Тому для них дуже важливо було залишити Україну в російськомовному просторі. Просто зараз це вже не має жодного сенсу.
От зараз це не має жодного сенсу, бо вони не залишили можливості. Тим більше ми не смотримо російське телевідення. Да, там... зараз просто така ненависть, що просто навіть російська мова вже не допоможе. Але оця вавка в голові є, і вони просувають. Я... А друге, третє, це демілітаризація. Та знову, яка не зрозуміло як. І денацифікація. Яка це так... я взагалі не розумію, що таке. Вони кажуть, що там «Дзеркало тижня» написало, що треба заборонити на державному рівні нацистську ідеологію. А я хочу увидеть, где она, нацистская идеология. Да, ну, умовно кажучи, мы можем снести все памятки Гитлера, знаете, эти вот знают. Это как бы смешно, если бы это не было грустно. Я прочел интервью с Ермаком, главой офиса президента. Он тоже не понимает, что имеется в виду. Он хочет, чтобы российская сторона на переговорах объяснила, что она имеет в виду под денацификацией, какие такие PI, как ее мерить, эту денацификацию, в чем она выражается, и как вы ожидаете увидеть ее уменьшение. Потому что мы не понимаем пока, что это такое вообще. Да, ну а демілітаризація, щоб Україна відмовилась від наступальної зброї, бла-бла-бла. Але я думаю, дивись. Подожди, а наступальна зброя це що? Так, я давай не знаю, вони також, напевно, не знають. Ну, навірно, танки, самоліти, не знаю. Ну, я думаю, що от в кінці це ж вже знову... Може, не можемо остатися без оружия взагалі? Не можемо. Я думаю, що так чи інакше, про що ми можемо тут домовитись з ними, про те, що ми знищимо всі біолабораторії і всі ядерні бомби, які ми створюємо. І літучих мишей. Да. От бойових літучих мишей, бойових птахів, які ми готували для того, щоб вони специфичным протироссийским виновным. Это ж не шутка, вы же говорили, что они у нас есть. Так мы вам их передадим. Я тут хочу сказать очень интересную вещь. Вот российская пропаганда, она же делает из людей реально дебилов. Вот то, что Сергей говорит про этих вот биологическое оружие. Вот смотрите, российская пропаганда говорит два тезиса. Первый тезис у нее, что русские и украинцы это единый народ. Это их первый тезис. И сразу вслед за этим она говорит, что Украина создавала биологическое оружие так, чтобы уничтожать конкретно русских. Так если единый народ, как их можно уничтожать, а украинцев нет? Это же вот два противоречащих тезиса. Я тобі поясню. Тут насправді є вихід. Це все Америка задумала. І вони тренувалися саме в Україні, тому що в нас такий самий геном, як у російського народу. І тому вони брали українців, на них натаскували, вибачте за слово, цей супер-пупер вірус, який працює з геномом, для того, щоб потім поражати росіян. А? Ну, это, по-моему, «Алиса в стране чудес» была более реалистичным произведением, чем все, что мы слышим от российского телевидения. Ні, ми говоримо про російську пропаганду, вона божевільна. Тут просто база, що не можна, немає такої біологічної зброї, яка може поражати по геному. Хіба що колись вони сказали, що росіяни дуже особливі, в них є зайва хромосома. Вони, правда, забули сказати, що зайва хромосома робить людину хворою на ДЦП. Ну, я согласен з Петром, що куча противоречий в цих наративах, наприклад, тот факт, що 190 тисяч російських військ стояло на Україні і угрожали їй, а напасть хотіла Україна. Якобы. Вот как можно человек, которого одно полушарие работает, воспринимать ту информацию? Россия окружила с трех сторон Украину своими войсками, а вещать всем своей стране, что Украина хотела напасть на Россию. Это же нереально. Один народ, но бомбим мирные города. Как это все сочетается вместе? Ну, я могу сказать, что есть же другие яркие примеры пропаганды. Вот есть много арабских стран, в которых люди тоже задурены пропагандой. И там всем им рассказывают, что Израиль, маленькая страна, 9 миллионов населения, каждый день собирает на них напасть. И вот многие арабы этому верят. И это тоже большие страны, арабские государства, их 400 миллионов человек. И я, в общем, понимаю, что и россияне могли этому поверить, потому что, ну, звучит это безумно, абсолютно тупо. Но это не первый пример. То есть Израиль с 9 миллионами собирается напасть на 400 миллионов? Ну, не на все 400, там не все. Ну, на часть, вот на большую часть, давайте так скажем, на 200 миллионов он собирается напасть. Вот. Иран всем своим людям рассказывает, что Израиль 9 миллионов человек, хочет напасть на Иран 80 миллионов человек. И многие люди там этому верят. И Украина хочет напасть 40 миллионов на 150 миллионов, при этом россияне говорят, что их армия 8 раз многочисленнее, чем наша, и мы хотим напасть на армию, которая 8 раз многочисленнее, чем наша. Да, але вот вся пропаганда може дозволити нам виконати цю вимогу, ну, тобто домовитись ту, що Путін сказав, ми ж розуміємо, Путін може нам ще дуже довго нищити українські міста. Вони можуть стріляти своїми грьобаними ракетами ще дуже довго. Ну, смотри, якщо, да. Він пішов геть. Якщо, це очевидно. Якщо аналізувати от всі ці умови, які просачуються в пресу зі сторони, да, ми не бачимо більше главного условия, которое было изначально основополагающее, это политический контроль над всей Украиной. Да? Я сподіваюсь, что они зрозуміли, что это уже неможливо.
А главное было условие, то, что мы слышали много раз, да, это отставка нынешнего политического руководства Украины и установка десантирования какого-то гауляйтера. Там разные фамилии звучали: Янукович, ну, и Бойко Украины, и прочее. Дроблення Украины, дроблення з нею федеральною, да. Вот этого мы уже не слышим, правильно? Да, ну, потому что воно не працює. Це те, що навіть російські пропагандисти побачили і кажуть у себе в телевізорі, що ой, виявляється, є українська нація, капець, да, що з цим робити? От вони це усвідомили, напевно, да, і зараз відмовились від того першого божевілля. Я сподіваюся, що відмовились божевільного плану, бо вони можуть щось якось. Ну, смотри, во всіх цих переговорах, во всіх цих условиях є дві задачі, мені кажеться. Є одна реалістична історія, що реально хоче Путін, Ковальчук і окруження. І який мінімальний пакет їм потрібно набрати для внутрішнього, грубо говоря, потребления, для оправдания, что они выполнили свои задачи, да, вот что им нужно, какие условия продать, вот выйти на Первый канал, на все остальные, вот которым возглавляет племянник этот Ковальчука, и рассказать, что мы в принципе своего добились. Они же могут сказать: смотрите, мы устранили угрозу, больше Украина не планирует вступать в НАТО, нам не угрожают. Они могут рассказать, что они, да, уничтожили всю украинскую армию. Кто это проверит? Да. В условиях пропаганды это невозможно. Мы проверить. Совершили денацификацию, демилитаризацию. Да. Путин уже говорил, лучше же не давать определения. Ну, конечно. Когда да, ты да. не определил, то ты просто сказал, ты денацифицировал Украину. Кстати, мы же уже слышали от Путина, что они близки к закончению. Да, и сегодня Шайгузнов сказал, что они дуже наближились, майже закінчили. Так вот, смотри, они могут выйти и сказать, мы как бы удержали Украину от НАТО. Удержали Украину от НАТО. Мы завершили демилитаризацию, денацификацию. Мы защитили Донбасс и Крым. Как бы, да, мы защитили это все. Плюс мы еще русский язык там, но это уже, ну, это сложная какая-то, да, история. Уже, но в принципе, смотри, для внутреннего потребления им какой-то вот такой суповой набор, он будет достаточен. Да? Единственное, что тут многие вещи, конечно, являются неприемлемыми для нас, в том числе. Дивись, я думаю, що знову ж таки це питання формулювання, тому що знову ж таки все це для нас неприйнятно, всі ці шість пунктів ультиматуму. Це понятно. А далі ми приходимо до плану Беннета. І тут же питання формулювання, да? Бо воно може бути сформульовано так, що Путін вийшов, наприклад, у себе в Росії і сказав, що Україна визнала Крим, а Україна при цьому Крим не визнаватиме. Питання, як це прописати? Це зараз дуже важка робота дипломатів, до речі, прописати так, щоб Путін зміг продати це всередині, що він типу виграв. Отут може вже привести примір мінських договоренностей. Їх Росія і Україна читала по-разному. 8 лет інтерпретували по-разному. Кожна страна розказувала, що от там написано щось, а друга страна говорила, що там все не так написано. І в принципі, може бути, я не знаю, це путь підписати щось, де Росія буде розказувати все, що їй хочеться про це, і продовжувати пропагандувати своє население. Другое дело, тут же надо смотреть, как долго Россия продержится, будет ли у них дефолт, будет ли у них всеобщая бедность и так далее, и так далее. Потому что вот это мы не знаем. До сих пор, 8 лет, они могли рассказывать все, что угодно, потому что экономическая катастрофа им не грозила. А вот сейчас ситуация, слава Теперь богу, сильно поменялась. Теперь они могут рассказывать недолго, я думаю, года два. Я думаю, ну, знову ж таки, подивимось, що буде там економічно, бо цей фашизм, він зараз, як в Північній Кореї, якщо вони, коли вони підуть з України, вони ж будуть бомбити Воронеж, мама не горюй, да? І от тому ми повертаємо, знову ж таки, план Беннета, да? Це те головне, я думаю, що зараз намагаються сформулювати, що Путін міг продати це як перемогу. А в Україні де-факто нічого не змінилося. Про що я кажу? Що входить в план Беннета зараз? Це нейтральний статус України. Де-факто зараз так і є. Да, де-факто зараз у нас нейтральна держава. І нас, в принципі, ніхто не планував, да, брати в НАТО. Нас найближчі 5-10 років ніхто не планував. Якщо та і в ЄС, я думаю, що ближайші 5 лет, к сожалению, ми про це ще поговоримо в другій частині, бо вчора було дуже важливе засідання там в рамках ЄС цього приводу. Там є просування. Але от перша частина плану Беннета, що здається зараз, те, що лунає від українських посадовців, те, що лунає від західних посадовців, там Барель же сказав, Трюдо це сказав. Схоже, це той компроміс, на який готов піти взагалі весь світ. Питання формулювання, знову ж таки. План Беннета, три пункти. Да, перше, це нейтральний статус України, а далі, от, далі йде тільки ЛНР, ДНР і тільки Крим. І далі ми впираємося в те, що прийнятно і неприйнятно. Зрозуміло, що для в плані Беннета має бути прописано так, що це прийнятно і для нас, і для них. Хоч якось, да? Хоч компроміс, це завжди, коли неприйнятно для обох сторін. Але тому, що Путін же висловив ультиматум, він не може прийти в Росію і сказати, що Україна мені ультиматум витерла там попу і послала мене. Да, да. Він має повернутися на телебачення і сказати, ми всіх перемогли. Да? Я хочу сказати, я вірю в євреїв. Вони можуть написати талантливо. От, але насправді зараз Беннет щось пише. Да? І тут питання по Криму. Знову ж таки, визнання з України
Социология показывает, неможливо, да? Смотри, я давай, я не знаю, сколько у нас осталось времени. У нас перерыва є 2 хвилини, потім ми повернемось, але поки ще лише 2 хвилини. Ну, потом мы эту тему продолжим, потому что она довольно большая, закроем ее после перерыва. Смотри, мое мнение, что любой компромисс подразумевает уступки с обеих сторон, как бы нам этого не хотелось, да. Мне кажется, стратегически, не знаю, что вы по этому поводу думаете, стратегически сейчас важно остановить войну на максимально выгодных для нас условиях, но какие-то, возможно, уступки будут с обеих сторон. И все. Наращивать армию, восстанавливать экономику, а через 2 года, а Россия же в другом положении, через 2 года будет экономическое разрушение России. Если я могу добавить, это мое мнение. Полминутки. Во-первых, мы должны помнить, что то, что происходит на линии фронта, очень сильно определяет требования России. Мы это видим. Безусловно. Чем лучше для Украины, тем меньше требований. Второе, мы должны понимать, что каждый лишний день войны – это жизни украинских и военных, и гражданских. А третье, про то, что многие забывают. Вот у России же скоро кончатся или уже почти кончились их так называемые высокоточные ракеты. И тогда они будут стрелять уже из того, что летает криво и косо куда-то. И разрушения тогда будут гораздо больше. Тоже надо про это думать. Ну от, але це в жодному випадку зараз не трактуйте наші слова, що ми є, як пам'ятаєте, у Крестний отец, да? Хто перший прийде від вашого ворога і буде просити домовитись, той є ворог. Ми точно не є ворогом, ми намагаємося аналізувати, до чого можуть прийти ці домовленості, і робимо це виключно з проукраїнських позицій. Ми, для нас всі ці забаганки Путіна є неприйнятними, для нас є невідворотними. Абсолютно неприйнятними, тому що все, що потребує, це все дуже плохо для України. Да. Шлях на євроінтеграцію незворотній, це дуже важливо. Да? Вітаю, з вами Сергій Фурса, і зараз ми обговорюємо те, що зараз намагається зробити світова дипломатія, а саме план Беннета, про який ми чуємо лише чутки. Да? Але дуже активний зараз ізраїльський дипломат, дуже активні інші дипломати. Ми знаємо, що і Китай долучається до цього процесу, бо Китаю вже не подобається, що відбувається в Україні, бо Китаю потрібна українська кукурудза. І ми говоримо про те, до яких компромісів можуть просити піти Україну, і чи прийнятні вони для нас, чи не прийнятні. І тут, напевно, Віталій зараз розкаже про соцопитування стосовно того, що люди думають стосовно основних цих пунктів, які можуть бути в плані Беннета. А вот то же исследование, которое мы цитировали в первой части, которое говорило о том, что 60% украинцев считают обычных россиян виноватыми в агрессии, в принципе, главным фокусом этого исследования было отношение украинцев к разным возможным компромиссам, к разным вот пунктам, которые Сергей перечислил. И первый пункт здесь, количество украинцев, я знаю, что цифры тяжело воспринимаются на слух, я постараюсь это сделать просто. Отношение украинцев к возможному признанию частью России ЛДНР, но здесь, я думаю, речь шла о нынешних границах ЛДНР. О вызнании, да, вызнании, да. ЛДНР. И 79% украинцев против. Даже в нынешних границах, да, это просто говорит о том, насколько большое будет давление на Зеленского, как бы его окружение во время этих переговоров со стороны общественного мнения украинцев на этот пункт. Следующий пункт. Против признания Крыма 75%. Против запрета на вступление в НАТО, наименьшее число из всех, 56%. Я думаю, многие понимают, что у нас не было особых шансов на вступление в НАТО. Франция и Германия всегда говорили, что они заблокируют этот пункт. Вот. Но в целом мы видим, что довольно-таки много украинцев не поддерживают эти пункты, по которым давит Россия. Да, да, и мы можем разуміти, тому не те, як формулюється Росія, це для нас неприйнятно. Але, знову ж таки, визнання ми точно як держава не можемо визнавати. Так не працює. Да? Ми не визнаємо Крим і так далі. Тим більше, що, до речі, Росія від нашого визнання Криму ні холода, ні жарко, вибачте. Да? Весь світ цього все рівно не визнає, це буде все рівно підсанкційна територія. Я думаю, формулировка буде щось із області. Ми признаємо, що Росія фактично контролює Крим. Ми не можемо виконувати там свої повноваження временно на території Кримського полуострова, тра-та-та і тому подобне. Плюс, смотри, є ж такий нюанс. Ми можемо чого угодно признати завтра і через
через 10 лет отказаться от чего угодно. Але мы бачимо, що суспільство не... А можем и раньше. И я не шучу, на самом деле. Будапештський меморандум кто-то выполнил? Ну, дивись, там Будапештський меморандум — це така Фількіна грамота. Щодо цієї історії з визнанням ЛНР, ДНР і Криму, як на мене, найважче тут питання буде Маріуполь. Ми бачимо, як зараз героїчно захищається Маріуполь. Як ніхто в Маріуполі не хоче йти в ЛНР, ДНР. І тому віддавати для нас це просто неприйнятно. А ці... Там зараз 300-400 тисяч чоловік, це великий город. Да, і вони додають, там гуманітарна катастрофа, вони його руйнують і так далі. Да? І для нас неприйнятно. І от це дуже важко для мене усвідомити, як ми зможемо пройти цей момент. Тому що якщо Путін буде вимагати, щоб Маріуполь тільки його... Мы не сможем... Ты думаешь, что все-таки смысл вот этих вот административных границ областей ЛДНР все-таки в Мариуполе, а не в чем-то другом? Я думаю так, потому что мы бачимо, что наступ, реальный наступ, йде тільки на Маріуполь. Це плюс ще є таке питання дуже тонке, чи будуть вони бажати зберегти Лендбридж після того, як вони зараз там окопалися. Херсон, Мелітополь, Бердянськ і так далі. Да, але, я слышав, що це теж може бути одним із пунктів. Але десь вимога в ультиматах того немає. Але от є Маріуполь, який вони вимагають, а ми не можемо собі дозволити. Ну смотри, в этом как бы нет логики, я имею в виду Лендбридж, да, мост Это очень глупо, потому что Ленд, ну вот этот мост, как говорят, от ДНР до Крыма, скажем, это очень тонкая длинная линия. И если ты ее, предположим, захватил, да, с открытым флагом, очень легко ее во многих местах прорывать, потому что защищать, мне кажется, я, конечно, не военный эксперт, но мне кажется, это почти нереально ее защищать. Ну, и тому знову вот все выходит в праці. И если я просто еще закончу свою мысль, в чем алогичность может быть этого требования, на настаивание на сохранение этого сухопутного коридора, в том, что если вы считаете, что вы хотите оставить за собой территории, которые вы там временно контролируете, то как это соотносится с тем, что в ЛДН вы хотите оставить не то, что вы временно контролируете, а в административных границах, да, которые втрое больше. То есть это в каждом случае попытка интерпретации в свою сторону. Вот. Где-то административно, где-то фактически там, исходя из театра военных действий и прочего. Ну, я думаю, ты прав. Мариуполь же это, ну, во-первых, это люди, это там по населению он больше, да, чем многие областные центры Украины. Место, которое не хочет быть, которое хочет быть украинским. Больше, чем многие областные центры. Я ж, как мы понимаем, туда приехала столица Донецкой области после того, как Донецк попал в оккупацию. Плюс це дуже великий промисловий центр. Він дуже там Азовсталь, завод Ілліча огромний. Для Рената Ахметова. Це... Это сердце его империи, да, правильно? Без Маріуполя імперія фінансово буде набагато більш уразлива, набагато менше буде. І це от координація цих зусиль, от, як на мене, тут дуже тупікова річ. Да, бо там... Щоб Росія сказала, що ми визнали, а ми сказали, що ми не визнали, це легко побачити так. Да, якось це пропишуть розумні дипломати. А от як робити з Маріуполем, для мене це тут... Іменно фактично, що з ним робити? Да, ну так, да, ми не можемо його віддати. А якщо ми віддамо, ми не можемо допустити, щоб він там був. Ось у чому проблема. А для Росії виглядає, що це також принципова річ. І ось тут, як на мене, найбільш трагічна історія цієї війни, поки що це Маріуполь. Давайте лучше говорить про економіку, тому що вот политика – это все такие догадки, и мы не знаем, что происходит в России, мы, слава богу, не смотрим их пропаганду, и мы не знаем, как проходят переговоры, вот эти вот встречи российской и украинской группы. Это все догадки. А про экономику мы видим... Давайте мы поговорим про экономику. Цифры... Последняя... Давайте вот я вам, смотрите, вот интересная цифра, последняя из этого вопроса, которую тоже интересно было бы знать Путину и Ковальчуку, говорит о том, сколько, вот как ты думаешь, Сергей, не знаю, сколько украинцев готовы лично оказывать вооруженное сопротивление, взять оружие в руки, можно даже не отвечать, я за тебя отвечу, 67% мужчин и женщин готовы лично оказывать вооруженное сопротивление, 78% мужчин готовы взять оружие в руки в Украине и оказывать вооруженное сопротивление. Мне кажется, это огромная цифра, нереальная ни для какой европейской страны, и говорит о том, что, в принципе, если военные действия будут продолжаться, конечно же, там огромный ущерб будет нанесен, и огромные потери будут Украины, но большинство людей готовы оказывать вооруженное сопротивление. И, до речи, вот, повертаючи, давайте повернемось до экономики, то, что Петро сказал, про что мы будем говорить, чему от за, навіть той план Беннета, як на мене, не виглядає таким трагічним. Тому що де-факто в Україні не змінюється нічого. От якщо Маріуполь залишиться в Україні, а вони просто скажуть, що ми визнали ЛНР, ДНР, що вони захистили Донбас, що вони скажуть, що ми визнали Крим, хоч ми не визнаємо Крим. І в нас буде нейтральний статус, до чого нас зараз схиляють, ми це бачимо. Це фактично нічого не змінюється.
По факту нічого не змінюється. Виходить, що це і є українська перемога насправді, що ми відстояли і не дали Путіну зробити де-факто зміни, а не де-юре. Да? Фактичних змін не буде. А далі наша позиція дуже проста. Ми робимо себе сильнішими за рахунок підтримки Заходу, дуже сильної, яка буде, і чекаємо, поки труп Росії пропливе. І тут є ще один дуже важливий момент, який я не встаю повторяти, это якщо ми вдруг заключаємо договоренность з Росією, хто і як гарантує нам, що через місяць не буде нового нападення Російської Федерації? Ну от схоже, там не хотілося б якісь механізми туди заложити. Якесь формулювання там намагаються зробити між турками, між американцями. Щоб, розумієш, не було через два місяці, Путін не сказав, ми бачимо опять наращування мілітаризації, нацифікації, Україна не виконує свої обіцянки, опять війська. Дивись, оскільки фактично от те, про що ми говоримо в цьому плані Беннета, фактично нічого не змінюється, то я думаю, що навіть і гарантії фактично ми також не отримаємо. Гарантії могли б бути, якщо б фактично щось мінялося. Да, ну, своєго роду гарантія являється фактичне положення діл на землі, в театр воєнних дій. Тобто Путін уже вияснив, що це не двохдневна прогулка на Київ, да, побачили, это затяжна війна з огромними потерями. В ці війни. А далі ми починаємо чекати, коли розвалиться Росія, щоб забрати назад і Крим. І давайте перейдемо к этой приятной темі. Да. А розвалить Росію, по-перше, приниження, яке вони зараз відчувають. А так чи інакше, це приниження Росії. Еліта розуміє це. Бо вони обіцяли дійти до Ла-Маншу, а вони Гостомель не можуть пройти. Да? І це приниження для величезної російської армії. І це насправді дуже важливо з точки зору психології. Ну, я думаю, що вони ж там у себе розказують, що зараз в Росії, в Україні воюють всякі найомні американські ЧВК. Ще якісь підрозділення. І українська армія, можливо, вони кажуть, вже давно не существує, а от якісь там найомні підрозділення захищаються. Ми ж цього не знаємо. Ми ж не слухаємо їх сумасшедшу пропаганду. Да, але все рівно, я думаю, що приниження буде, а друге – це економіка. Бо економіка, я вважаю, самий головний предмет, тому що ведь ми ж багато років задавали себе вопрос, когда холодильник победит телевизор. И вот пока телевизор на голову разбил холодильник, как мы видим. И вот хочется понять, что же будет теперь. Просто холодильник еще не сказал свое веское слово в России. Да, еще продукты есть. Ну и по правде, зараз, який 16-й день війни, да? Тут в голові все змішалося, це виглядає і як вічність, і як один день конкретно, один довгий, нескінченний день. Але для поза межами України це лише 16 днів. Тобто в економіці за 16 днів дуже мало що змінюється, да, зазвичай. Це дуже інертна історія, і вона поступово йде. Тому... Ну то, что мы видим, пока, смотри, это большое количество западных компаний прекращают работу, то есть люди потеряют эту работу в России со временем, там многие платят, выполняя свои обязательства, 3 месяца платят зарплату, условно говоря, Макдональдс, а потом все. Поэтому это будет до 2 миллионов безработных, но не сейчас, а через несколько месяцев, да. То, что мы видим, курс рубля, люди же не понимают, что такое Центробанк, замороженные активы Центробанка. Откуда не знают, если не верят вообще в боевых мышей, как бы, да. А это означает, что, по сути дела, у российского государства не будет возможности поддерживать свою валюту. Вот сейчас насколько там колеблется, то 120 рублей, то 200. Ну, де-факто, зараз курс рубля вже не існує. Центральний банк, до речі, там було обмеження, що якщо у вас є депозит більше 10 тисяч доларів, у вас тільки в рублях, а для юридичних осіб взагалі зробили 5 тисяч доларів. Тому... Так от я к чому це все говорю. Сейчас очень ограничені поки последствия, ощущает обычный россиянин. Да, телевизор его побеждает, но холодильник в течение года скажет веское слово. Очень много людей останется без работы. Это ж факт, правильно? А цены на продукты питания и на продукты первой необходимости вырастут страшно. Одежда же почти вся импортная, например. Да? Там, если курс у тебя упал, понятно, ты не можешь купить теперь, там, если ты мог на зарплату купить 3 пары джинс, теперь ты одну штанину можешь купить, грубо говоря. Да, если у тебя 4 человека в семье. И многие другие последствия будут нарастать. Я вот хотел Петра спросить. Петр же, помимо того, что он был президентом Киевстара, был президентом Карлсберг Украина. А до этого работал в Карлсберге, там, в Питере. Восточная Европа. Да, еще каких-то. О, целая Восточная Европа. Вот смотри, Евросоюз США ввели эмбарго, запрет на экспорт в Россию там, промышленных комплектующих, запчастей, подобного. Там, насколько сильно это может оказаться, сказаться на производстве разных товаров в России? Я бы не ставил вопрос вот так узко, что там запрет на того или на запрет другого. Я бы смотрел на примеры нескольких стран, которые вот пережили экстремальные времена и до сих пор их переживают. Например, Иран. Страна, где живет 80 миллионов человек, совсем не маленькая страна,
которая подверглась жесточайшим американским санкциям. Она давно отключена от Свифта, кстати, вот тоже. Полностью, полностью отключена от Свифта. Значит, в нее давно не поставляются никакие товары, которые можно использовать в нефтедобыче. А мы помним, что Иран — это нефтяная страна. И вот когда эти санкции в Америке, американские, не только американские и европейские, начинались против Ирана, Иран в день добывал чуть больше 4 миллионов баррелей нефти. Сейчас он добывает примерно 1 миллион баррелей нефти. То есть в 4 раза сократилось, как мы понимаем, с разрушительными последствиями для иранских валютных доходов. И вот мы смотрим, что Иран же не развалился, он же вот до сих пор продолжает существовать, до сих пор он управляется тем же самым религиозным экстремальным режимом, и как бы, ну да, люди там живут не очень хорошо, никто не спорит, но он живет, и страна не развалилась, там тоже есть своя пропаганда. А что касательно валютного курса, тут можно взять пример тоже экстремальной Аргентины, там нет никаких санкций. Они как бы сами себя в землю вбили своей неразумной экономической политикой. И вот если вспомнить, я был в Аргентине сначала в 2011 году, когда за 1 доллар давали 6 песо, это аргентинская валюта. Да. А сейчас за 1 доллар дают 120 песо. Ну то есть это просто невероятное падение аргентинской валюты, сумасшедшее падение. И при этом мы же не слышим, что Аргентина развалилась, что там какие-то бунты, свергают власть, там до сих пор проходят демократические выборы, до сих пор народ как-то живет, это огромная сельскохозяйственная страна. То есть вот я хочу предостеречь от упрощения, от того, что вот на тебя наложили огромные санкции, просто реально жестокие санкции, это пример Ирана, и страна экономически развалилась и поменялся режим, нет, бывает и не так. Или от того, что курс упал, получается, сколько там, в 6, ну, типа в 20 раз, да, в 20 раз упал курс, и страна тоже развалилась? Нет, вот есть страна Аргентина, где 40 миллионов населения не развалилось, народ живет. Ну, тобто ти зараз кажеш, що коли Путін сьогодні каже, що ми адаптуємось до санкцій, то він правий, вони адаптуються. Я не говорю, прав он или нет, я говорю, что есть у них серьезный шанс действительно адаптироваться к санкциям. Але трошки на іншому рівні свого буття. Конечно, конечно. Аргентинский народ живет гораздо хуже, чем он жил 10 лет назад. И иранский народ живет гораздо хуже. Но страны продолжают существовать, там есть экономика, там люди что-то кушают, во что-то одеваются. Но смотри, падение национальной валюты — это одна история, это лишь один аспект. Но Аргентина может импортировать там товары, продукты. Таким не за что импортировать. Они как, с одной стороны могут, но денег-то у них нет. Ну, если сельскохозяйственная страна, может, им не нужно, там, плуг или еще что-то. Но вот, если вот мы с тобой разговаривали перед эфиром, грубо говоря, производственная линия по разливу пива. Если у тебя нет обслуживания, если у тебя нет комплектующих составляющих, смотрите, это Россия, все может работать. Что я хочу сказать? Россия построила экономику очень простого и понятного типа. Что делает Россия? Россия продает нефть, газ, металлы и сельскохозяйственную продукцию. Вот это все, что она продает. Ну, дерево, может быть, еще. Но это мелочь. И вот за те деньги, которые она выручает, государство и частные компании закупают практически все остальное. Почти все остальное. Технологическую продукцию, IT-продукцию, одежду, там, не знаю, товары, съедобные товары и так далее. Очень-очень много всего закупает. Вот это такая была экономика построена. Теперь вот этой экономике точно придет крах, потому что такая модель действовать не будет. Но придет ли после этого крах вообще всей экономики России, я вот в этом абсолютно не уверен. Они перестроятся, у них будет другая экономика. Люди будут жить гораздо хуже, никто в этом не сомневается. Люди будут практически не выезжать за границу, им просто не на что будет выехать. Да, и авиакомпании никакие не будут существовать, чтобы их вывезти. Да, это будет тоже плохо. Но как бы и в Иране, в общем, тоже массово люди, почти никто не ездит никуда. И в Аргентине, и как бы везде пускают, у них есть безвиз даже с Америкой, но у них нет денег, чтобы летать. Не могут долететь. Да, не могут долететь. Еще раз, вот эта экономическая модель, которая построена в России, она будет значительно изменена. Куда она вырулит, я не знаю, но я хочу сказать, что у них есть серьезные шансы не допустить краха экономики, а перестроиться в какую-то другую экономическую модель, где люди будут жить хуже, но будут как-то жить. Смотри, а можно я тебе задам вот частный вопрос, такой микрокосмос, как специалисту?
линии по производству пива там и разливу пива. Понятно, что это не предмет первой необходимости, но тем не менее, они российского производства? Да нет, конечно. В мире производят линии по разливу пива для всех остальных стран. Две немецких, одна итальянская. И сейчас, я даже думаю, китайские компании еще не научились. То есть они продолжат работу. Смотри, понятно, что пиво это пиво всего лишь, но подобная аналогичная ситуация на многих других производствах в России. Да? Я вот слышал, что там завод КАМАЗ уже вдруг выяснил, что у них там коробки передач немецкие, двигатели американские, что-то еще. И они приостанавливают работу. Вот как будут работать пивные заводы, например? Смотрите. Если значит, все итальянское и немецкое. Значит, многие линии смогут продолжать дальше свое существование. Да, мы понимаем, что любая производственная линия требует огромное количество запчастей постоянно. Огромное количество частей, которые надо заменять. Обслуживание сервиса. Да, постоянное обслуживание. И что-то из этого Россия сможет сделать сама. Какую-то часть, я не сомневаюсь. Какую-то часть она сможет закупать в Китае или там в Индии, допустим. А какие-то вещи она принципиально не сможет закупать. И вот яркие примеры того, что она точно не сможет закупать. Это самые передовые микросхемы, потому что передовые микросхемы в мире производят всего лишь только три компании. Одна американская, Samsung и тайваньская компания. Причем тайваньская лидирует здесь. Вот самые передовые она не сможет. То есть это означает передовое военное оборудование, передовые какие-то там спутники космические, еще что-то. Россия делать не может, как и Иран. Дальше Россия точно не сможет закупать у Китая детали для того, чтобы обслуживать самолеты, которые у них есть, вот европейские, американские, точно не сможет. Она будет летать на самолетах, которые будут аварийные, они будут иногда падать там, ну все будет плохо, но как-то летать она сможет. И куда-то там. Ну, внутри у себя Россия большая. Ты знаешь, я почему спрашиваю про производственные линии? Я, например, был в Сеуле, там, не знаю, лет 12 назад, на заводе Samsung. Мы знаем, что Samsung сейчас лидер там, по производству многих там, товаров электроники, обогнал японцев и прочее. Но вот тогда Samsung, несмотря на всю свою крутость, меня интересовал один вопрос, а линии по производству, там все очень автоматизировано, все очень круто, а линии по производству сделаны в Южной Корее или нет? Они говорят, нет, в Японии. Они на тот момент еще не могли создать линии, которые производили бы, я думаю, сейчас, может быть, уже и создали, так то ж Южная Корея и Samsung, там, где R&D, разработки, находится на высочайшем уровне. В России ничего близко до сих пор не производится, сравнимое технологически с продукцией Samsung. Вот там этого нету. И не будет. Но они же как-то жили без этого. Смартфоны они точно смогут покупать у Китая. Жили, конечно. Я просто к тому говорю, что если даже Samsung, довольно продвинутая компания, не могла на тот момент создать линии по производству своей продукции, то как Россия сможет заместить все линии по производству? Такие... Не, ну давай не сравнивать. Линии по производству микрочипов и по производству пива — это совершенно разная технология. Это просто разный век, что ли, технологии. Не надо их сравнивать. И Россия не имеет же линии по производству чипов. Вот те чипы, которыми они хвастались, какой-то там Эльбрус у них, по-моему, назывался, он производится на тайваньской вот этой компании. И они его уже перестали производить. Но это отсталый чип, то есть, это ерунда какая-то. Ну, добре, тобто давай я приведу вас до спільного знаменника. Росія буде значно слабше, ніж вона є зараз. Але вона буде, якщо раптом в них не буде якоїсь там місцевої революції, що Кадиров не піде воювати з ФСБшниками, і це не буде розвалювати. І оцей фашистський режим, який буде чим далі тим бідніший, буде завжди поряд з нами, найближчі принаймні роки. Що з цим робити? Це дуже хороший вопрос. Значит, особенно он хороший, в смысле, что трудный, к сожалению, вопрос, что никогда такого не было с ядерной страной. То есть неприятные, очень плохие режимы существуют и до сих пор. Например, Северная Корея, которая, псевдоядерная страна, она в основном пугает. Мы понимаем, что она серьезного ничего не сможет сделать. Но Южная Корея с ней живет рядом уже много-много лет и как-то научилась. Или Израиль живет рядом с очень опасными соседями и тоже как-то научилась. Добре, чи можу я зараз констатувати, що, скоріш за все, з допомогою там плана Маршалла і так далі, після того, як Росія відповзе, після того, чи буде якийсь компроміс, чи ми просто збройними силами якось впораємося, після Україна буде перетворюватися такий аналог Західного Берліну?
Ну, я бы не хотел, чтобы Украина была Западным Берлином, потому что Западный Берлин не очень хорошей жизнью жил во время вот, Советского Союза. Лучше бы Украина брала пример, скажем, с Южной Кореей. Вот это хороший пример. Очень развитая страна, которой Америка очень сильно помогла деньгами после Второй мировой войны и которая смогла построить свою очень передовую сейчас экономику. Вот это лучше, чем Западный Берлин. Ну, по сути, насправді це ж те саме. Ну, з точки зору, як ми будемо себе будувати. Тобто, в нас буде дуже сильна підтримка Заходу, який буде нам допомагати фінансово. Не буде брати нас в НАТО, так, для того, щоб більше не дратувати Росію, бо вони божевільні. І зараз всі переконалися. Чи є тут таке відчуття зради? Да, ми визначили для себе шлях в НАТО. Да? А зараз через силу сусіда, який божевільний, ми вимушені зупинитися на цьому шляху, да, для того, щоб нам потім не було. Чи можемо, чи маємо ми право морально зупинятися, чи ми маємо йти далі? От це буде важко. І насправді ж тут яке рішення не прийме влада в Україні, їх завжди будуть за це хейтити. От будь-яке рішення, вони... Ти маєш в виду компроміс? Так, да, да, за компроміс. Мені зараз, насправді, позиція Зеленського дуже сильно нагадує те, що було під час Майдану. Пам'ятаєте, три лідери Майдану? Вони ходили домовлятися з Януковичем. Вони мали ходити домовлятися з Януковичем, щоб люди не вмирали. Це було дуже правильно. Але через це вони отримали... Через це, власне, і Порошенко став президентом, да? Тому що всі, весь рейтинг, який був у цих трьох лідерів, був спалений через ці домовленості. Чи не зіткнеться зараз українська влада з такою ситуацією, коли от та суперпідтримка, яка зараз є, і насправді влада себе показує чудово в цій ситуації, закінчиться після цього компромісу, який дуже важливий, але авточасно неприйнятним з точки зору. Смотри, ну, частично столкнеться, конечно. Кстати, сейчас уровень поддержки Зеленского 88%. Это вот последнее исследование, которое я цитирую, 88%. Слушай, ну понятно, что есть эмоции, есть желание, есть нежелание отдавать там части своей земли, части своей страны. Это все понятно, но есть и реальность. Вряд ли можно ожидать, что произойдет какая-то договоренность, там, грубо говоря, с армией, которая значительно больше и которая угрожает там, не знаю, уничтожать жилые кварталы, продолжать. Так вот, произойдет эта договоренность без каких-либо компромиссов, да? Это тяжелое политическое решение. Там, я думаю, что понятно, что там есть сомнения, есть колебания, и это мучительное решение. Но я думаю, что если оно будет принято, и эти компромиссы будут умеренными, ну, будем так называть как-то, ну, да? Ну, такие, знаешь, такие фактично ничего. Я думаю, что да, которые фактически ничего не меняют, но там позволяют Путину продать эту историю себе. Я думаю, что многие поймут. И я думаю, что для того и существуют медиа и там другие адекватные, разумные люди, для того, чтобы это объяснять. Да, если мы с тобой, например, будем считать, что это лучший вариант и лучший исход, мы так и скажем, что, наверное, это лучший вариант, лучший исход. А мы же, нам же не три годика, чтобы мы надеялись на то, что давайте мы сейчас отберем все назад, Кубань нам еще дайте, и тогда мы считаем, Путин выводит войска, и тогда мы считаем это нашей победой, нашим компромиссом. Но так не бывает, правильно? Поэтому я думаю, если быть прагматичными и здравыми, нам нужна остановка войны на максимально выгодных для нас условиях, усиление дальнейшей Украины, всяческий пакет поддержки, о чем мы, кстати, тоже можем говорить, экономической помощи, план Маршалла и максимальное ослабление России. И все. Плюс смотри, старику-то бункерному сколько? 70 лет? Но он же тоже не резиновый. У него есть какой-то анатомический лимит. Байдену он почти 80 лет. Нет, так Байден. Байден уже в Америке живет. Там Байден как бы... Я думаю, что у Путина, на жаль, доступ в Америке, в Америке, дорогой медицины. В Америке все живут там на 10-15 лет дольше, чем в России. Понятно, что у него есть доступ, но есть и генетика и прочее. Я дышит. Вот, считал так, что не надо надеяться, что очень сильно быстро российская экономика развалится. Не надо надеяться, что Путин там в течение года умрет. Надо рассчитывать построить очень сильную Украину, чтобы он боялся с ней связываться. Вот это я считаю то, что правильно, ну, надо обсуждать. Согласен. Но это не взаимоисключающие вещи. Нужно и Украину строить, и надеяться, что Россия быстро развалится. И да, делать все для того, чтобы она развалилась. Ты, кстати, предлагал, я прочел твою колонку, Петя, по поводу oil embargo, эмбарго на нефть. Да. Американцы и британцы ввели запрет на покупку российской нефти. По нашим данным, это порядка 14% всего лишь всего экспорта российской нефти. Да? И если бы, там еще все сложнее. Я могу кратко сказать. Расскажи кратко. Во-первых, ну да, мы слышали, что Америка перестала немедленно уже сейчас покупать российскую нефть.
а Британия сказала, что не будет ее покупать с Нового года. То есть вот сейчас она ничего не остановила. И как бы я считаю, что это в основном символический жест, что пока ничего не произошло, потому что нефть, которая продается в Америку российская, это всего 3% потребления Америки, ну то есть ни о чем. И мы должны понимать, что та нефть, которую Россия не продаст в Америку, она продаст в какую-то другую страну. Скорее всего с дисконтом, с каким-то, ну потеряет подешевле, какие-то деньги продаст. Но мы тоже должны понимать, что поскольку цена на нефть так сильно выросла в последнее время, что то, что она сейчас продаст дисконтом, будет дороже, чем без дисконта до войны. То есть это само по себе ничего не решает. И проблема сейчас с нефтью не в том, что вот ввести эмбарго на российскую нефть немедленно, потому что это будет очень болезненно для многих стран. А проблема в том, как решить вопрос массивного увеличения производства нефти сейчас в мире. Вот эта проблема стоит. И пока это не решено, многие страны, в том числе Евросоюз, я думаю, не будут вводить эмбарго на поставки российской нефти. И тут мы утыкаемся в две огромные проблемы, как увеличить производство нефти. В мире есть есть два источника, как можно массивно увеличить производство нефти. Венесуэла и Иран? Нет, первый источник — это Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Я их беру вместе, поскольку они близкие страны, две арабские страны, которые могут сильно увеличить производство нефти на 3-4 миллиона баррелей прямо в день, если их об этом хорошо попросить. Но у них, сколько зараз вырабатывает Россия? Россия, если память мне не изменяла, до войны, по-моему, 9 миллионов в день баррелей, или 10 миллионов баррелей в день поставляла. Вот. И вот они могут сильно, треть фактически ее заместить, больше даже. Но у них есть свои условия к Америке. И они внезапно почувствовали себя очень сильными. Вот я читал недавно... Важливыми, да. Да, дуже важливыми, как говорят. Значит, я недавно читал Wall Street Journal. Они сказали, что всю прошлую неделю Байден хотел поговорить с лидерами этих двух стран. Они отказались с ним говорить. Они не взяли трубку. То есть это звучит вот удивительно. Потому что они понимают, что сейчас можно... Буду просить. С Байдена очень-очень много потребовать. И там они реально хотят очень много требовать. И поставки оружия. И им очень не нравится Иран, они что-то хотят с ним сделать. Им требуется иммунитет на лидера Саудовской Аравии, который, если мы помним, 2 года назад приказал убить одного своего диссидента, журналиста. Разрезать на части. И его сейчас в этом обвиняют в Америке. И будет суд, и он очень там пострадает. И будут финансовые санкции. Он это очень не хочет. Он хочет, чтобы Америка это сразу прекратила. И понятно, что там требования такие, которые Америке тоже не просто вот так выполнить. И дай бог, чтобы они как-то там договорились, чтобы это производство возросло. Короче, это первый источник. Но есть и второй источник, который может очень быстро увеличить производство. Это американская shale oil. Сланцевая нефть. Да, и нефть и газ. И тут нефть даже более важна, потому что нефть танкерами довольно легко перевезти. Нефтяных танкеров очень в мире много, в отличие от газовых, которые довольно, ну, еще не так сильно распространены, вот этот жидкий газ. Так вот, а мы помним, что сейчас в Америке управляет демократическая партия, ее правительство. И она пришла на лозунге сделать всю энергетику зеленой. Грубо говоря, если по-простому говорить, то в Америке значительная часть власти сейчас это такая коллективная Грета Тунберг, если очень по-простому говорить. Потому что значительная часть демократической партии прямо стоит на платформе Грета Тунберг, которая говорит, что все, что нефть и газ, это плохо, это зло и надо немедленно это уменьшать. Поэтому американское правительство не давало разрешений новых на скважины, на сланцевую нефть. Не давало возможности строить трубопроводы в Америке, которые увеличивают поставки этой нефти на экспорт. Она просто это все остановила. И вот теперь создать возможности, чтобы Америка сильно увеличивала производство сланцевой нефти и трубопроводы, которые бы ее качали, скажем, из Канады, это очень большой больной вопрос. У Канады своих портов серьезных нету, чтобы ее экспортировать в американские порты. Это очень трудно американскому нынешнему правительству сделать. Все это делал Трамп, потому что он стоял на другой платформе. Он был как бы анти-Грета Тунберг. Вот. Но мы знаем, что Трампа сейчас нет. И как Байден победит, если он вообще хочет, значительную часть своей демократической же партии, мы не знаем. Ну и выглядит, что это тупик, на самом деле. Бо и домовитись с Саудами, и
Дубаєм, ну, Абу-Дабі, це виглядає як жертва з власними цінностями. Але це може... Як... Я думаю, що з ними вони договоряться. Да, тому що вони почали вже домовлятися да. з Венесуелою. А от Венесуела, це інтересний случай. Вони поїхали в Венесуелу. Венесуэла объявила о том, что она выпускает двух американцев из тюрьмы, которые там сидят, по-моему, лет пять уже. То есть явно американцы что-то сделали в Венесуэле тоже хорошее в ответ. Приемное. Да, уже такое приемное. Но проблема с Венесуэлой, что это такая уникальная страна, которая за много лет своего безумного экономического правления фактически сама разрушила свою нефтяную отрасль. То есть если внезапно сейчас им разрешить эту нефть везде экспортировать, у них вот эти нефтяные скважины, ну вот там надо сильно много денег инвестировать. Это не Саудовская Аравия, которой надо только кран открыть. То есть за два месяца это сделать сложно? Мне кажется, это очень сложно сделать именно в случае Венесуэлы. Немножко там можно что-то сделать, но она сама все это убила. Но смотри, какие-то вещи еще две недели назад казались невозможными, санкции, но это сделано. Я имею в виду, что если будет принята новая доктрина, где Россия будет признана врагом, и удушение экономической России будет признано одним из приоритетов, то вполне возможно поменяется и внутренняя политика в США по поводу добычи нефти. Я еще хочу сказать, что последний нарратив много лет уже подряд. Нам всем рассказывают, что ядерные электростанции – это зло и ужас. И не надо их ни в коем случае строить. И вот Германия, один из больших потребителей ядерной энергетики, отказался от них и закрывают. И вот это огромная проблема и огромная причина такого состояния с энергетическим балансом сейчас в Европе. Германия закрыла, а Франция, которая находится рядом, продолжает их вовсю строить, как ни странно. И во Франции большинство электричества как раз это ядерное электричество. И у них цена намного ниже, чем у Германии. И, а рынок единый. Да, рынок единый. Это вообще все очень удивительно, то, что происходит в Европе. И я, к сожалению, считаю, что то, что правительство Меркель вот приняло решение закрывать ядерные станции, и большинство уже закрыло, это была ужасная, непоправимая ошибка, которую они сделали. Потому что сейчас, если бы этого не было сделано, Европа намного меньше бы зависела от российского газа. И не так бы просто было поставить Европу на колени вот угрозами этот газ перекрыть. А я еще хочу сказать одну цифру. До войны Россия каждый день получала за свою нефть и газ примерно 750 миллионов долларов. Каждый день. Теперь при росте цены, я думаю, она получает уже свыше миллиарда долларов, который не под санкциями. Она может этот миллиард долларов в день, напоминаю, тратить на все, что ей хочется. Потому что если бы это было под санкциями, она, очевидно, остановила бы продажу. Вот. Соответственно, вот она получает, и пока с этим абсолютно непонятно, что сделать. Потому что маленькие санкции, если просто какая-то страна откажется покупать российскую нефть, ее продадут другой стране. Запретить всю российскую нефть, ну, цена, наверное, станет $300 за баррель, и всем станет очень плохо. Иными словами, запрет или некая формула, которая позволяла бы России тратить доходы от нефти и газа на лишь предметы первой необходимости. Такие примеры есть, ты знаешь, да, когда делают закрытые счета, когда страна, грубо говоря, страна-изгой может продавать свои углеводороды, но использовать лишь по определенному назначению. Вот это бы ударило Иран, по России. У Ирана именно такая ситуация. Им разрешено использовать доходы от нефти на покупку медикаментов. Например, и вот, какой-то еды. И вот нечто подобное ударило бы по России сильно. Да, но только сейчас это невозможно сделать, потому что это нефть, ну, ее очень трудно заместить. Россия, напоминаю, это третий, по-моему, в мире сейчас поставщик нефти после Америки и Саудовской Аравии. Вот. И это очень трудно ее просто убрать с рынка, потому что цена станет сумасшедшей. А мы же помним, что в Америке, ну, если кто не знает, тот, кто станет следующим президентом, очень сильно зависит от цены галлона бензина на заправке. Вот это прямо сильно определяет, какая партия выиграет. И если Байден допустит, что цена бензина вырастет на рекордный уровень, то... То президентом станет Трамп, и может быть это даже лучше. Трамп це було б страхіття зараз через його симпатію до Путіна. До речі, а тут ми вже бачимо зворотню картину, бо інфляція була і так висока. І вчора вийшла цифра інфляції в США 7,9%. Це дуже багато. Да. Найбільше за 40 років інфляція 8% в Сполучених Штатах. Це кошмар. Але тут цікаво, що виходить Байден і каже, а це тому, що ми за свободу боремося, санкції ввели. Зрозуміло, що в цих цифрах інфляції 8% ще нема санкцій. Ну, знову ж таки, ми говоримо, 2 тижні пройшло. Це для нас це вічність. Та в світі майже нічого не відбулося за 2 тижні.
Але от вони зараз можуть прикриватися і зрозуміло, що інфляція буде найближчі роки висока. Ну, це Байден так говорить, не забуваємо, там є друга партія, яка да, може говорити совершенно другое. Да, 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 але в них є зараз оця фішка, які будуть, ми боремося за свободу, ми підтримуємо Україну, ми не закриваємо небо, бо ми не хочемо третьої світової, тому ми робимо санкціями для того, щоб не було третьої світової, а тут є от інфляція як наслідок. І інфляція не тому, що ми не друкували дуже багато доларів, всі разом, і Трамп, і Байден, і так далі, а інфляція тому, що ми боремося за свободу. И ну, мне... Это такой пропагандистский трюк демократической партии в Америке. Победит он или нет, я что-то сильно сомневаюсь, потому что он звучит тоже очень кривым. Ну, слушай, мы видели результаты опросов, 72% американцев поддерживают, грубо говоря, усиление участия НАТО и Америки в украинском конфликте на стороне Украины. Мне кажется, вот те кадры, те первые страницы, обложки, которые пришли по всему миру, они, в принципе, перевели уже из прагматичного вот этого, как ты говоришь, холодильник, телевизор, ракурса и восприятия как бы действительности, несколько эмоционального, это, есть же гуманитарная составляющая, человеческая какая-то, поэтому все, что видели американцы, то, что здесь происходит, я думаю, чуть-чуть и потерпят. 8%, 5%, как бы, да, это все-таки живые зато американцы. Я думаю, мы не такие крутые специалисты в американской внутренней политике, чтобы сейчас об этом рассказывать. Я вот не возьмусь на себя судить, что они потерпят, что не потерпят. Ну, 72% американцев, и это свежие опросы, поддерживают закрытие неба над Украиной. Да, но они не очень понимают, что это означает. Да. Это, во-первых, они поддерживают, говорят, мы готовы к росту цен на бензин. Но когда он будет реально расти, то, я думаю, они поменяют свое мнение. Да, да, це психологічна така пастка насправді. От ми маємо апелювати до емоцій, ми маємо зараз просити, щоб вони закрили небо. Навіть розуміючи, що ймовірність цього дуже-дуже низька, бо для них це третя світова. І Росія зараз навіть залякала цими мігами всю Європу, що вони там перекидують ці міги як гарячу картоплю, ніхто не хоче, щоб з їх аеропорта ці міги летіли в Україну. Бо Росія, скоріш за все, не прямо чи прямо сказала, що ми домбанемо ядерною бомбою туди, де будуть ці міги. І навіть коли поляки запропонували, що нехай міги вилітають, ми даємо американцям на базу Рамштайн, навіть німці і американці відмовились. Вони також бояться, щоб умовний Путін не бомбанув ядерну бомбу по Рамштайну в Німеччині. Хоча б здавалося, ну чого б ви боїтеся? Хоча вероятність там невисока. Да, 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 але все рівно цей страх є. Чому? Я тобі скажу, дуже раціонально, вони зважують ризики. Та є ризик лише 0,01%, що Путін довбане. Але цей ризик обіцяє мільярди жертв. І вони зважують це, один на одне множать, і виглядає, що це вже занадто ризиковано. І для нас це дуже неприємно, бо ми кажемо, о, дивіться, НАТО нам не допомагає, НАТО нас кидає. Хоч насправді це не дуже справедливо, тому що НАТО нам дуже сильно допомагає. Але так, НАТО не хоче воювати за нас. Але НАТО є оборонний блок. Він створений для того, щоб обороняти сам себе. Якщо б ми були членами НАТО, НАТО б нас захистило. Але ми не члени НАТО, НАТО не зобов'язане захищати, і вони зважують ризики. Ми маємо захищати своїх членів, а якщо ми будемо захищати Україну, то наша здатність захистити своїх членів буде набагато менше. І отут така паска, знову ж таки, яку потрапляють українці, які чекають дива від НАТО, да, і та сама паска американців. Да, американці воліють, да, давайте закрити небо. Вони знають, ми найсильніша армія світу, ми можемо закрити небо. А далі сидить американський політик і зважує, що для нього закрити небо. Це направити сюди, постійно баражувати літаки, які обов'язково зіткнуться з російськими літаками. А далі буде щось. Да? І знову ж таки, з нашої позиції правильно кричати про це. Дуже правильно. Але просто повертаючись до того, що нам не 3 роки, да, те, що ми говорили. Слушай, ну що буде, буде щось? Буде швидке воєнне пораження Російської Федерації. Всі столкновення мінімальні, які відбувалися в Сирії, приводили к воєнному краху Росії доволі швидко. Да, є ядерне оружие, і це опасність. А то, що, грубо говоря, столкновення армії НАТО в воздухе, либо где-то на земле, мне кажется, там каких-то сомнений не может быть, какой может быть я исход. Я вот думаю, что мы так себе военные эксперты, трудно да. нам об этом говорить. Лучше говорить про экономику, где, мне кажется, и мы так вот, сколько стоит день войны для России? Кто-то имеет какое-то представление? Сколько стоит день войны? Если Россия, грубо говоря, получает доходы от нефтедолларов, вот по данным Петра, 750 миллионов долларов. Да сейчас там, уже больше миллиарда. Может и миллиард долларов как бы в день. Да, я там читал разные оценки, что чуть ли не 7 миллиардов долларов может стоить война там. Не, я 20 думаю, что миллиардов. Это дуже дешево, потому что кост іде не від того, що солдати тут приймають участь. Кост іде від санкцій, які вводяться кожен раз. І запускають такий процес, який ми не розуміємо, чим закінчиться, тому що такого експерименту ще ніколи не було. Ось це є, да.
обрахувати це неможливо. І ціна тут набагато більша, ніж ціна, скільки вони витрачають на підтримку своїх вбивців. И потом мы же должны понимать, что как мы вот говорим, те люди, которые стоят рядом с Путиным, ну его условная группа поддержки, они вряд ли сильно лично и их семьи пострадают от санкций. У них все обеспечено, все готово к этому. Пострадает много обычного российского населения, которому по телевизору расскажут, что на самом деле все не так. Ну, я думаю, часть комфорта они, конечно, потеряют. Они не пострадают, в смысле, таким образом, как пострадают обычные россияне, но какие-то активы свои потеряют, свободно ездить в Европу они не смогут. Я читал про санкции на Абрамовича, связанные с клубом Челси. Там некоторые детали, они звучат откровенно комично. Там написано, что клуб Челси не имеет права продавать билеты на новые матчи Челси. То есть те, кто их уже купили, пожалуйста, там сезонные билеты. Абонементы. Да, на абонементы. Вот. А вот новые билеты он права не имеет продавать. Ну, казалось бы, ну санкция, ну реально звучит комично. Да. Ты хотел, Сергей, поговорить о перспективах вступления Украины в Евросоюз. Сколько это может занять времени? Что это даст Украине? Не, дивіться, я хотів поговорити про те, що відбулося вчора. Було засідання лідерів Європейського Союзу, де вони обговорювали європейську перспективу України. Напевно, найкращий сценарій з того, що ми чекали, був би найбільш позитивний, щоб нам дали перспективу членства, тобто зробили, ні, не перспективу, перспективу нам дали, до речі. І це дуже позитивно. А до цього не давали? Да, щоб нам, раніше вони ніколи не давали нам перспективу членства. В принципі, Європейський Союз втомлений від сам себе, втомлений від розширення, і тому для них це дуже важке рішення. Але статус кандидата нам не дали. Хоч могли, і, наприклад, Туреччина з цим кандидатом живе вже 50 років. От їм дали 50 років назад чи 60 статус кандидата на членство в ЄС, а і дали, і все. А Україні не дали. Але Україні так сформулювали, що це майже кандидат. Ну, тобто, знов ж, це був компроміс такий, да? Компроміс від нової і старої Європи, бо молода Європа – це те, що близько до нас. Чехія, Балтика, Польща – вони лобіювали максимальне включення України в ЄС. Максимальне цього прискорення процесу. А стара Європа, ці там Нідерланди, Бельгія і так далі, вони казали, ні-ні, ми ще не готові і так далі, треба рахувати, зважувати і так далі. І в результаті таке формулювання зробили, яке задовольняє і одних, і інших. Тобто, наші друзі в ЄС, наші найближчі друзі в ЄС, давайте так, бо ті самі голландці також наші друзі в ЄС, наші лобісти в ЄС кажуть, о, Україна отримала перспективу членства, а ті кажуть, ну от ми поки що не обговорюємо це питання. Але так чи інакше відбувся значний крок вперед. Навіть з тими формулюваннями, я там зараз не буду їх повторювати, вони не принципові. Головне, що це крок вперед, це така півкроку до перспективи, до кандидата. От півкрока ми зробили. Навіщо нам це? Ну, по-перше, це символічно, тому що Євросоюз вперше визнав, що ми маємо європейську перспективу. А по-друге, я думаю, що головне для нас буде гроші. Вперше об этом заговорили самі. Да, ну, самі ми їх дуже... Ми натякали, що не дуже доречно з їх боку мовчання зараз. А по-друге, гроші. Тому що так чи інакше, я думаю, що це відкриває нам можливість отримати фонди Європейського Союзу на відновлення країни після війни, і б, той план Маршалла, який буде, да, він же передбачає не тільки гроші, він передбачає відкриття ринків. Ну, принаймні, так передбачав план Маршалла в 47-му році. Ти між європейських ринків для української продукції? Європейських, американських, ну, переважно європейських, тому що вони близькі. Тому що угода про асоціацію дала багато нашій економіці, але... Ну, осталось немало ограничень і квот. Так, дуже багато квот. І ми останнім часом багато говорили про розширення. До речі, всі ці квоти колись погодив пан Азаров. Азаров вже вів перемовини, от його команда. Да? І вони зробили дуже таку непроукраїнську угоду. Тобто багато чого не було допрацьовано. От зараз ми говоримо про промисловий безвіз, ми говоримо про квоти. І ця нова позиція України на шляху до ЄС, вона відкриває набагато більше можливостей. І коли той план Маршалла запрацює, це знову ж таки дасть нам можливість отримати більший доступ до ринку ЄС. Не тільки гроші, але й можливості для бізнесу. Чому це важливо? Петро не дасть збрехати. Зараз бізнес, напевно, страждає дуже сильно. Ужасно страждає. Я общаюсь с очень многими владельцами бизнеса в Украине, те, которые бизнесы, не олигархи, построили своими руками, прямо очень много. И начиная от того, что у многих сгорели разбомбленные склады,
не могут работать заводы, не могут экспортировать продукцию. Прямо конкретные последствия войны. До будущего, когда они понимают, что много людей выйдут из Украины, очень трудно будет найти сотрудников в будущем. И часть этих людей, причем, я думаю, большая часть, вообще и не вернется. Потом в Украину. Мы должны это понимать. Что разрушено большое количество коммуникаций, дорог всяких, аэропорт, железных дорог будет. Очень трудно будет вести экспорт. Короче, все они понимают, что будет очень плохо. А если в стране сильно пострадает бизнес, то вот это огромная проблема. Понятно, что самая главная проблема, что потеряем много жизней молодых людей, в основном мужчин. Это очень большая трагедия, самая большая трагедия. Но мы же должны думать о том, как перестраивать, отстраивать страну в будущем. И тут хотелось бы не потерять свое население, не потерять свои коммуникации. И просто говорить о том, да, ну, наверное, все это понимают, что после окончания войны Евросоюз и другие развитые страны дадут Украине очень много денег. Будет какая-то мирная конференция, как это обычно бывает. Все предложат свои части денег, и потом это начнется тратиться в Украине. Но ведь это же должно тратиться кем-то. И коррупция в Украине никуда не денется от того, что Украина выиграет войну, к сожалению, мы должны понимать. Население сильно уменьшится. То есть вот это огромные экономические проблемы. Ну і тому доречно буде мати саме таку підтримку бізнесу, щоб він, коли відновлювався, відкривав для себе ще найбільш платоспроможні ринки, щоб він працював не тільки на Україну, а й на Європу. І я думаю, тут марає. Знову ж таки, ми будемо ще використовувати те почуття провини, яке буде у Заходу, а воно буде. Тому що вони не закрили небо, наприклад. Да? Чи... Тому що європейці зараз не готові вводити ембарго повне на нафту. У європейського суспільства, у європейських політиків так чи інакше буде це почуття провини. І потім це буде нашим плюсом, коли буде йти мова про відновлення, щоб ми вимагали якомога більше. Я взагалі вважаю, що коли ми говоримо о санкціях, мир ввел совершенно уникальную санкцию против России, то, что вообще никто не ожидал, в первую очередь, сама Россия. И мне кажется, и американцы не ожидали, что они введут эту сами санкцию. Сами от себя. Да, сами от себя точно не ожидали. И вот эта санкция, про которую, может, не все говорят, это отсечение Центрального банка России от значительной, не всей, но значительной части накопленных валютных резервов. Ведь Путин, он же как думал? Он накопил 640 миллиардов долларов резервов. Это действительно огромная сумма. Мало кто в мире может похвастаться такими валютными резервами. Россия вела очень осторожную финансовую политику с маленькой инфляцией, очень копила эти деньги. И, конечно, они рассчитывали эти деньги потратить на поддержку экономики, вот если будет какая-то война. А им не дали потратить. И вот я считаю, это самая феноменальная санкция, очень позитивная для Украины, которую ввели против России. Ну, насправді, це те, що найбільше б'є зараз по економіці. Є одна історія, це cancel Russia, коли багато бізнесів виходять з Росії. Це дуже сильно впливає, насправді. А так, Центральний банк і та ситуація, яка через це склалася з рублем, да, з фінансовою системою взагалі. Тому що зараз, ну, по-перше, курс рубля не зрозумію, який... Ну, я, Сергій, хочу сказати, от якщо ті, хто пам'ятає Совєтський Союз, я пам'ятаю, в Совєтському Союзі теж не було курсу рубля к долару, він був абсолютно іскусственним, 64 копійки. Да, 64 копійки. Да. І це був курс, ну, тільки на бумагі. Невозможно було купити долар за 64 копійки. І при цьому Союз, Совєтський Союз не дуже хорошо, ми пам'ятаємо, но жив як-то, люди щось кушали, во що-то одівались, плохо дуже. Но это все было. И поэтому вот просто надеяться от того, что доллар, предположим, станет стоить 300 рублей. Или вообще не будет курса. То есть он будет, ну невозможно будет купить доллар. И от этого Россия развалится. Я думаю, это чрезмерный оптимизм. Давайте так скажем. Но Советский Союз-то развалился в итоге. Из-за того, что все тратили на армию, а жрать особо было нечего. Но он жил очень долго. Он долго гнил. В конце концов развалился. Но... Але при цьому... Я думаю, здесь падение Российской Федерации в каких-то абсолютных сравнительных показателях будет намного более стремительно. Советский Союз-то никогда хорошо и не жил, грубо говоря, ни в 70-х, ни в 80-х, но жили более-менее. Просто было тяжело и развалилось в итоге. Здесь, да. Мне кажется, падение будет раза в три, будет стремительным. В чем еще разница? В Радянском Союзе так чи інакше было какие-то коллективные органы управления, те самое Политбюро. Там ніколи, ну, з часів Сталіна не було, що один божевільний диктатор всім рулить. І це той самий небезпечний ризик, який зараз штовхає, розгойдує лодку, якщо можна так сказати. І він лякає і нас. Ну, зрозуміло, ми вже від цього страждаємо. І він має лякати будь-який бізнес в Росії. Чому зараз так багато рейсів навіть в Єреван, я не знаю, в Тбілісі вони тікають з Росії, тому що це закручування гаєк після війни з Україною неминуче. А це закручування гаєк також буде, як постріл собі в ногу. А скажи, Сергей, такую вещь, каким должен быть
объем помощи Украины после войны, в какую сумму ты оцениваешь потери инфраструктурные и прочее, сколько нужно времени, сколько нужно денег, чтобы восстановить Украину до того уровня, где она была? Я думаю, что зараз дуже приблизні всі оцінки, тому що ну, конечно. Колись назвав цифру 10 мільярдів доларів, вчора пан Устенко, радник Зеленського, сказав 100 мільярдів доларів, мені важко повірити в цифру 100 мільярдів. Ущерб. Да, да, ну, це руйнування інфраструктури. Я думаю, що це десь між 10 і 100 мільярдами ми маємо шукати цю цифру. Тому і таку цифру хтось зможе нам дати, як ще 50 мільярдів доларів. Я думаю, що це не буде величезною проблемою. Такі гроші у світу є, да? План Маршалла підразумівав. Я хочу сказати, да, що проблема не в тому, що нету 50 мільярдів. Я повністю согласен з Сергієм, що вони є, ці 50 мільярдів. От на днях же американський конгрес прийняв новий закон про дополнительні гроші, там, по-моєму, 1 трильйон і 300 мільярдів доларів. Вони хочуть потратити на инфраструктуру, там помощь Украине, но очень маленькая часть в этом. Вот просто они хотят потратить дополнительно, они это все напечатают, и на фоне этого 50 миллионов... На себя, ты имеешь в виду, хотят потратить. Да, для себя, конечно. 50 миллиардов не выглядит чем-то вот таким невероятным, учитывая, что и Европа что-то добавит, и Япония что-то добавит. Но проблема же не в этом. Проблема всегда, когда в Украину приходили какие-то деньги, помощь от западных партнеров, как мы это называем, часть этих денег уходила в странном направлении. И вот как они выделят деньги, понимая, что коррупция в Украине никуда не делась, я просто не представляю, как это сделать правильно. Ну, знову ж таки, я думаю, що, по-перше, зараз трошки ситуація з корупцією, думаю, вирівнюється, чи принаймні відразу після війни. Пам'ятаєте, після Майдану я теж так думаю. Корупція була навіть перші там місяці табу, да, тому що люди боялися, ну, принаймні деякі. А по-друге, я думаю, що це, як завжди, гроші в обмін на реформи. Просто реформи, гроші будуть масштабними, і тоді реформи також будуть масштабними. Це, як показує історія України, новіша історія України, всі ці потрясіння, перша революція, друга революція і тепер війна, вони всі служать каталізатором змінень. Після кожного такого потрясіння усилюється там і построєння антикорупційної інфраструктури і прочее. Понятно, що це не йде так швидко, як ми хотіли би, це не Германія або не Бельгія, але прогрес є. І я думаю, що війна може послужити там дуже мощним каталізатором для, ну, да, для модернізації країни, не тільки в сенсі того, що нам дадуть гроші і ми їх на щось потратимо, а для модернізації антикорупційної інфраструктури, для економічного розвитку. Я не думаю, що будуть якісь проблеми там з антикорупційним прокурором після цього. Да? Мені б хотілося в це вірити, тому що знову ж таки... Плюс нам елементарно дійсно гроші не дадуть. Так, да, а от питання в тому, що нам будуть готові давати багато грошей, питання... Подивимось, насправді. Мені з одного боку важко уявити, як після таких жертв, як після такого героїзму у деяких людей буде повертатися, ризикувати робити корупцію. З іншого, я розумію, що українські корупціонери дуже цинічні. Да? От, наприклад, ми говоримо про українських олігархів. Спитали у Коломойського, да? Коломойський, як ти відносишся до війни? Як ти називаєш Путіна агресором? А він сказав, ой, ні, після війни розкажу. Ну да, это, конечно, уклонение. Вот, ну смотри, дороги-то в Украине последние два года строили, но понятно, что кто-то где-то что-то наваривал себе, да? Но дороги-то строили беспрецедентными темпами, чего в Украине никогда не было. Я практически уверен, что нам главное, чтобы эта война закончилась, и деньги нам дадут. Все наши проблемы, вся наша коррупция, это ничего по сравнению с трагедией войны. Мы это сейчас видим, да? И мы всех хотим хотя бы повернуться в точку X, когда этой войны нет. На жаль, ми туди повернемось з втратами, і це зрозуміло. Але заради, через ці втрати, заради в пам'яті цих людей, це як от Небесна сотня, да, це було 100 людей. І то це суттєво змінило країну. Зараз це тисячі людей. І я думаю, що це не може не змінити країну. Я в цьому уверен. Я думаю, важливо закінчити цю війну, і гроші нам дадуть, і страну ми відстроїмо. Я согласен з Петром, що велика буде проблема демографічна. У нас просто демографічний кризис буде гігантський. Там вже 2 мільйони людей виїхало, да? Скільки з них повернеться, неізвісно, скільки ще вийде, оскільки не будуть себе чувствувати в безпеці. І це буде складністю. Але я настроєн оптимістично. Якщо все це закінчиться в ближайшее время, я думаю, у нас буде хороший шанс на модернізацію і на стройку країни. Ну і на цій позитивній ноті ми завершуємо. Пам'ятайте, що ви, якщо ви нас чуєте, ми всі є спротив, ви є спротив. Тримаємося і до зустрічі завтра. Спасибо, Сергій, спасибо, Петр, і спасибо всім, хто нас слухав. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.